outside, I still see your face. Even though things fall into place, can't deny, I still see your face. There's no truth in these dreams I chase. Outside, I still see your face. Even though things fall into place, can't deny, I still see your face. I can't do this on my own. No one knows what's underneath. I'm begging for salvation, please. Don't let me ruin me. Got a heart that's made of stone, trying to chip away each piece. I wanna feel it beat some more, but I'm losing energy. I wanna know love again. I wanna taste how it feels. You got well, answers, baby. When you touch me, I know it's real. I can give you everything, but can you give it back to me? 'Cause that's how it's supposed to be. I know something is coming, it's so close that I can taste it, almost taste it. So don't keep me standing here begging you for salvation. Ooh, 'cause I need love right now.
You're just a drink away from being a little too drunk. I'm just a night away from saying a little too much. Don't worry, it's you, not me. I just say it how it is. Cause I pinch you when you're dreaming, but you never wake up. I know you feel that burning, but you gotta take it down, my love, I just say it how it is. Доброго времени суток, дамы и господа, друзья. Сегодня у нас стартует полуфинал. Первый полуфинал между командами Team Kazakhstan против ХФЗ. ХФЗ это у нас Стак Хакона, если не ошибаюсь, и Канта. И команда Team KZ уже начинает свое шествие по Open квалам на эпицентр грядущий. Так, первый бан от команды ХФЗ, у нас Omni Knight уходит в бан. Team KZ обдумывает свой бан теперь. Так, давайте-ка я удобненько сяду. Вроде все нормально. И Sun King уходит в бан от Team KZ. И второй бан команды ХФЗ. Смотрим, примерно игра, если не ошибаюсь, уже с задержкой в 5 минут идет. Так что, я думаю, все должно быть нормально. В плане того, что стрим палить вряд ли будут. Клокверк уходит в бан. Часто мы уже эти баны видим. Omni Knight, Клокверк с Пандарена убрали. Team KZ, ну, довольно нестандартный бан для них, но, возможно, они наблюдали за играми ХФЗ, могут знать, что кто-то хорошо отыгрывает на этом персонаже, и, скорее всего, этот персонаж мог бы появиться в ферст пике команды оппонентов Team KZ, и, соответственно, он уходит в бан. Третий бан команды ХФЗ, это Инча, да, соответственно, ничего не убирают, потому что, видимо, тоже наблюдали за игрой Team KZ, и, возможно, они понимают, что Инча все-таки зарешала пару игр в исполнении Мантиса. Соответственно, они убирают этого персонажа. Hunkies from Zavod переводится как работяги из завода. Спасибо за стрим. Да не за что. Салам, салам, Даулет.
О, Ташка уже в эфире сидит. Да. Круто. Та 2000 Олжас Казак. Винтер Виверно. Да, возможно, Винтер Виверно мешает Тим КЗ. Может быть. И Тини появляется первым пиком. Сразу же команды работяг из завода. Да, по-моему, на других квалификациях Team KZ, то ли Team Invincible играли против вот стака Хакона, если не ошибаюсь. Так. Вич Доктор плюс Таск. Почти уже сигнатурные пики мы уже смотрим, то есть пикают более своих лучших героев для каждого, то есть VG Доктор у нас для Турбо, Таск и для Годдема. Кстати, напоминаю, что эта серия состоит из BO3, то есть Best of 3 серия. Победитель должен, чтобы пройти, должен выиграть две игры из трех. Там в финале, возможно, другие полуфиналисты. Это Команчи против команды SFTE. Там, если не ошибаюсь, Илидан играет. А в Команчи вот недавно они обновили состав. Там Скрин отыгрывает. Скрина, наверное, все помнят, кто это. И так далее. То есть там тоже довольно хорошие, сильные соперники. То есть не факт то, что даже выиграв здесь... Можно легко выиграть вообще этот Open Qual. Дизраптор тем временем появляется у работяг. И ЦК сразу же автоматом отправляется в бан. Следом Ликан от Team KZ. Если Виверна минус, значит БМ для Ерны. Сегодня будет финал. Да, финал сегодня, ребят. Так, ну, Виверна убрали, то бишь, да, есть вариант того, что Бисмастер может появиться. Конечно, Бисмастер очень сильный герой. Сегодня мы с вами наблюдали, если кто-то смотрел, не смотрел, Liquid против LGD Gaming, то там Mind Control просто шикарно отыграл на Бисмастере. Диспрофит у нас уходит в бан от ТКЗ, ну... Пятый бан. Предпоследний бан команды работяг. И перейдем к пикам. Должны они убирать сейчас каких-то коров, которые, скорее всего, будут мешать импер их страте. Вот так. Можно ли так сказать это? Так. Еще полторы минуты, в принципе, есть у Канта, чтобы забанить одного персонажа, который, скорее всего, по мнению его, будет мешать. И это Тинкер. Да, убирает Тинкера, то есть сигнатурочка ТА-2000. Да. И пик переходит к Team KZ. Team KZ, Team KZ. Team KZ сейчас должны набирать себе уже коров, начать показывать их. Возможно, с оффлейнера начнут, скорее всего. Но могут и, как вчера, открыться сразу кэрри-героем. Ну и, в принципе, неплохо отыграли. То есть, когда оппонент пытается законтрить твоего кэрри-героя, ты берешь других немножко персонажей в мидл и в оффлейн. И, соответственно, меняешь кардинально игру. Арквардон, ну есть Арквардон, есть Queen of Pain для Т-2000, есть Бисмастер. Так, кто еще есть у нас? Возможно, появится, может, Дум для Ерны, то есть для Мантиса. И работяги должны пикнуть себе уже коров, начать показывать. То есть Дум довольно неплохо контрит почти... точечно любого персонажа, и это у нас роумище Нага-сирена появляется. Да, роумер, Нага, нынче ничего такая.
мне нравится сейчас, как ее используют про команды. Как-то не отыгрывают, и часто вижу теперь ее даже в бане. То есть этот герой уже начинает набирать популярность. Кстати, надо было посмотреть, как там, есть ли... Как их называют? Операторы, если что, чтобы они... Но мне не нравится, как работают операторы здесь. И Terrorblade, конечно, для B7, в принципе, и оставили на последний пик своего мидера. Сейчас увидим предпоследний пик команды Работяг и перейдем к последним банам. И Эля Айема. Да. Надеюсь, не будет. Ну, обдумывает Кант сейчас свой последний пик. Надо ему что-то придумать и что-нибудь рейнджевое, возможно, да. То есть тени у тебя в оффлейне стоит. Дизраптор саппортер, Нага бегает. И надо добрать такого героя, который, в принципе, после средней тайминговой игры будет как-то контрить Террорблейда. Но тени, в принципе, неплохо справляются с этой задачей, но жирный Террорблейд... Да, нужен был такой герой, который влетает в драки, инициирует драки, пак хорошо заходит на эту позицию. Последний бан команды Team KZ, они должны убрать какого-то кэрри-героя, то есть с которым, возможно, сыграют ребята из команды ХФЗ, будут отыгрывать... Да. Ну, даже не знаю, кого сейчас могут забанить ребята из Team KZ. Но в любом случае, они сейчас забанили DK, ДК. Угу. Да, то есть персонаж должен быть желательно сейчас для ХФЗ желательно рейнджевым, так как Террорблейд все-таки в форме будет накидывать с рейнджа. А дойти на него как-то тоже надо. Соответственно, лучше что-то вроде рейнджевого героя и хороший бан, в принципе, от Турбы. Последний бан в первой игре. От Канта, ХФЗ. Что же покажет? Что же все-таки забанит и покажет своего кэрри-героя? Вот сейчас он сильно призадумался, забанив, то бишь, какого-то мидера. Они должны вот решить здесь вопрос с тем, Квапу ли банить, Арквардена ли банить. Темплар Ассасин тоже, в принципе, может. Да, у Team KZ А2000 в миду, B7 играет на кэрри-героя, Doom, точнее, оффлейн у нас Mantis, Task у нас Goddam, то бишь четвертая позиция, и пятая позиция на Turbo. Вот такой формат, вот такой составчик. Неплохой состав, в принципе, я вам скажу. И Арквардена убирают, да, оставляют возможность, что... Квапу, скорее всего, легче законтрить, чем Арквардена. Арквардена может очень много дел натворить в тот момент, когда с иллюзией будут прокачаны. Как вчера, просто заходила в соло, убивала там саппортов команды противников. Не помню, команда Team Тарелка, да, если не ошибаюсь, да. С руки просто убивала Габлака того же. 13 секунд. 10 секунд для того, чтобы пикнуть последнего героя. Это Врейс Кинг появляется, да, то есть... Ну, не знаю даже. Врейс Кинг. Давно мы не видели этого персонажа в профессиональной сцене. Ну, раз Врейс Кинг, так Врейс Кинг. Почему не Свен, но Врейс Кинг и Темплар Ассасин, да. Что я и, возможно, предполагал, что ребята должны будут именно... усилять свой физический дамаг, физурон, то есть, и, соответственно, Квапу
не захотели, так как есть там Disruptor, который может накрыть Static Storm'ом, глимпсануть ее обратно в тот момент, когда она пыталась уйти. И давайте пройдемся по составу. В Racing у нас Мариачи, Хакон у нас играет на Паке, Нага Сирена у нас Саня Квиз, Уш у нас играет на Тенике, и Кан будет отыгрывать на Дизрапторе. Турбо у нас на Вич Докторе, Таски у нас Good Damn, Мантис уже сигнатурный Дум, Би Сэмон уже Террор Блейд, и, соответственно, ТА у нас ТА-2000. Good luck командам. Первая игра сегодняшней серии. Первый полуфинал. Желаем удачи обеим коллективам, а нам приятного просмотра. Knife написано. Да, это его новый никнейм, возможно. Knife. Так. Так. Как же здесь настроить на операторов? Сейчас, секунду. Как только игра стартанет, настрою на оператора, дабы не уделять много внимания кликанием по карте. Подняй читы, да. Так. Ну, ребята, ставьте плюсики, кто болеет за команду ХФЗ. Ставьте щиточки, кто болеет за команду Team KZ. Жду от вас. Делитесь, кстати, да, ссылкой на стрим. Пусть заходят ваши, все ваши друзья, тиммейты, коллеги с работы, родными, со всеми делитесь. Пусть давайте наберем побольше народу на стриме. Ну, поехали. Ну, что же, игра так долго затягивается, не могу понять. Вроде все нормально должно быть. А, вот здесь пауза у нас стоит от Циника, вот оно что. Пауза стоит в игре. Так, уже пошли первые щиточки, ребята, как я понял. Пока пауза в игре. Даже не знаю, что сказать здесь в этой ситуации. Пауза. Ну, давай посмотрим по пикам. Кто что здесь может делать. В принципе, Нага довольно сильный роумер. Сеточка там, если не ошибаюсь, более 3 секунд на первом левеле на месте держит противника. Темпларка на миде, в принципе, неплохо впитывает урон от того же пака. Может спокойно доджет за счет своего рефракшена первый скилл. Пака. Уж у нас, я так понимаю, это оффлейневый тиник, как Дизраптор. Но Дизраптор здесь очень много грязи может сделать. Это такой вот, не знаю, мне очень нравится этот саппорт в качестве Дизраптора. Мне очень нравится Винтер Виверна. И плюс, кто еще там был? Джеки Росс тоже. Вот. Три моих любимых саппорта, и один из них Дизраптор, который реально много грязи может сделать. Помните ли вы игру ту, когда против команды Na'Vi играл Тускар, и там Тускар в сноуболе со своей командой залетал в Вайда, вот под себя ставил Хрона. Да, это было ужасно. То есть там Хрона там по 3 или по 4 героям получилось. А вот здесь то же самое может произойти именно против Дизраптора. Залетая в Дизраптора со своими тиммейтами или в соло, ты рискуешь попасть как раз по Static Storm плюс Kinetic Field. То есть здесь надо быть тоже аккуратным. То есть хороший контрпик против Тускара. Ну, Тускар, кстати, в своем сноуболе может как бы доджить Glimpse. Вот что интересно еще здесь. Такой факт. Где Т-2000? Вот Т-2000. Т-2000 у нас на Templar Assassin. Doom. Doom должен здесь закрывать. Кого они должны? Мне, кстати, интересно. Я не помню точно, вот закрывает ли Doom ульту вот этого персонажа. Райскинг. Да.
кто знает точно. То есть, если умираешь в Думе, ты воскрешаешь или нет, я уже точно не помню. Ну, Пака. Скорее всего, будет Дум влетать в основном в Пака или же в Дизраптора. То есть, эти персонажи очень с хорошим прокастом. Тиника тоже можно, в принципе, контрить. Нагу, ну, не знаю, Нагу можно рисковать тут против Наги тут. То есть она может на иллюзию забайтить. Соответственно, не стоит рисковать именно с Думом против Наги, против четвертой позиции. Ну, у Наги просто прекрасно ульта есть. Так, что здесь без 7? Без 7 может, в принципе, с руки очень больно накидывать. До него надо как-то доходить. Ну, скорее всего, тебе не с даггером, и в Рейс Кинг с даггером. И плюс пак должен быть с даггером. Реально надо фокусить как-то быстро. Без Севена, если он будет довольно жирно оденется, то если они не зафокусят его сразу, то Террор Блейд очень больно накидывает. То есть вы должны здесь определиться. У вас, у команды Team KZ на данный момент два потенциальных керри-героя. Это Templar Assassin и Террор Блейд. Соответственно, вы должны где-то здесь точечный фокус сделать именно на темпларке или же все-таки на Террор Блейде. Так, давайте-ка настрою. Да, вроде все. А, глазами игрока у меня стоит. Ну, давайте поехали, смотрим. За сторону Дайр у нас играет Team KZ, а за сторону Radiant у нас вот работяги из завода. Да, вот прикольная у них иконка. Да. Так, пройдемся по итамам. Что у нас по итамам имеется? У Дома пока нету, к сожалению, смоков, то есть выхода на... Нет, вот смоки были у Годдема. И потихоньку ребята ползут в сторону своих оппонентов. О, интересный вард поставили, да. При этом не спалились, я думаю. Скорее всего, не спалились. Ну, смог спал с Годдема, и вперед проходят турбо. Ищут они своих соперников. Бисэмон держится аккуратно здесь, в этой ситуации. Затарились немножко. Какой-то план капкан на баунтируне будет происходить. Но, в принципе, понимает противник, что, скорее всего, там будет несколько персонажей. Лучше держаться подальше от этого лайна. Но все-таки забайтили на темпларку. Дальше не полез уже здесь у нас. Тиник. Да. Забрали две руны. Две руны достаются темпларке. И поделили. Получается, между собой ХФЗ две руны своих оппонентов. В миде у нас дабла в виде ВК плюс... А, это получается оффлейновый пак у нас, да. Оффлейн пак плюс Нага. И соло Тини. На изилайне турбо приходят в мидл, перетяжка в мидл. Пытаются добивать своих крипов. ТБ включает форму сразу же, чтобы пофармить сразу же. И нормально, в принципе, у него сейчас 1-2. При том, что у него против него стоят два героя. Неплохо накидывает с руки, очень больно. Сейчас Хакону больше пол хп потерял здесь, пока бодался с Бисевеном. Турбо заходит за спину. Могут ли они сейчас сделать? Да, касочки летят в пака. Пак в сторону юзает Люж Орб свой и просто на соплях выживает в этот момент. Агрессия была сразу в сторону Турбо. Турбо выживает тоже. Но все-таки немножко отхапал. Саня Сквиз. Саня Квиз. Нага Сирену. То есть он без сетки играет. Возможно, если была бы сетка, скорее всего, сделали бы фраг на ВД. Ну,
не стал прокачивать. Тут проблемы у ТАшки, у нее есть рефракшн, он включает. Задоджил один удар и просто на соплях уходит в сторону своей базы. Перетяжка сюда от Туска. Туск будет здесь стоять, экспится. И руна ДД достается Канту. Забирает и... Что он будет делать? Внизу Мантис, в принципе, довольно комфортно себя чувствует против Тиника от Уш. Да, пока он не стал качать именно. Деваур, да. Демон Итер хотел сказать. И возвращается та на лайн. Сбивает с него рефракшн, но урон пока еще с руки имеется. Race King покупает себе Soul Ring. Что у нас наверху творится? Потихоньку там... Нет, пока весь вся движуха в мини. Пытались закрыть здесь темпларку, но, к сожалению, не получилось нормально это сделать. Хорошие шарды сейчас от Goddemo. Будет ли Snowball? Snowball не стал прожимать. Все-таки второй левел есть у Канта, но маны было очень мало. Возможно, он бы... Да, ничего не смог бы сделать. Можно было, в принципе, убивать здесь Дизраптора. Ну, Дизраптор, соответственно, ушел на базу. Все-таки немножко не нравится мне этот оператор. ВК сбивает рефракшн сейчас. ТАшки. Ну, ТАшка, в принципе, неплохо себя чувствует. Здесь 9 крипов, ну, хотя 20 крипов сейчас у ВК. Soul Ring у него уже есть. Внизу у нас тени имеет 19 крипов, 18 крипов уже у Дума. Вот Думу, Дума надо как-то останавливать. Выкинул бревно сразу же. У нас тени. Прокачивает он ТОС, то есть больше будет ориентироваться на урон с руки, видимо, в начале. Goddamn стырил руну прямо из-под носа Тиника. Оставили здесь ТАшку соло, одиношеньку против двух героев. У ВК, в принципе, есть Soul Ring, он может дать стан. Сбивают здесь рефракшн, есть сноубол по ВК. ВК закрывают шарты, есть хорошие касочки, работает Маледик. Прилетает сюда еще и пак. Уже Нага здесь находится, закрывают здесь сетку сейчас ВД. Ферзло достается Дизраптору команды ХФЗ. Неудачная вылазка в мидл. Хотели, конечно, они как лучше, но получилось как всегда. Пятый левел уже у Тиника есть, Soul Ring уже на лайне первый. Айтемом он себе принес уже. У Мантиса пока особо ничего не изменилось, но включает он землю. И особо не, тоже не боится, есть манга, есть земля под ногами, 26 регенов в секунду, тоже хороший показатель. Так, ребята ждут, пытаются отпить шрайн вместе со всей тимой. Ждут они Думу, отбиваются. Наверху у нас у Бисевена. Да, небольшие проблемы были. Просел он немножко по здоровью. Да. Но пока по крипам, в принципе, он лидирует. Так, сейчас могут быть у него проблемы здесь. У Хакона есть орб. Но потеряли они в этих малых лесах сейчас. Немножко Террорблейда. И Террорблейд ушел в другую сторону. А до сих пор они его ищут. Пришел сюда даже Тини и даже не нашли они вместе. Всей толпой. ВД тут подбирает все руны. И на топе три героя. Команда ХФЗ, внизу лежит реген. Отпивается Шрайн Соло сейчас без 7. Он мог подождать своего тиммейта, но хотя он в лоуе, в принципе, этого не стоит делать. Тини уже на топе. Прожимает Soul Ring и потихоньку забирает крипчиков. Дум, 7 левел. Земля в 3. Infernal Blade в 2. Devour в 1. И
есть Doom. Папича в миди забрали. Папича в миди забрали. Видимо, вдвоем забрали. Или все-таки, да, нет, втроем забрали Папича в миди. Папичи, говорю. И ВК перетягивается на Easy Line. Урон регенерации есть внизу. Темпларки. Темпларка не стала бот рашить. У нее есть Аквилла. Скоро будет ПТ. Соответственно, будет Дизоль далее. И Даггер, скорее всего, появится. Будет все-таки он в дамаг выходить. Тини приперся в мидл. Накрывает Аваленчем. Не сбил рефракшн. Ну. А теперь можно... Нет, не стали. Ой, хороший урон от своего крипа еще получает. Убивает своего крипа еще и плюс продамажил немножко тиником. Наверху упал Т1. Уже 8-я минута игры. Б7 не прокачал Сандер, прокачал иллюзии. И здесь у него сейчас могут быть проблемы. И топ-аут делает, и нечем сбить. 5-го левела у нас пак. И просто улетел на ближайший таун. Тени подбирают руну Аркан. Дизраптор, почти 5-й левел. Закрыл шардами, неплохо, в принципе. Но у этого мало, он один. Здесь можно как-то сейчас ВК цеплять, но... У него 6-й левел, он еще не прокачал. Накинут ли на него Doom сейчас? Телепортируется сюда Нага, не стали просто драться сейчас, ребята. Но можно как-то сейчас здесь инициировать и не прожимает Doom. Он, видимо, не знает о том, что... Нет, все-таки прокачал, да. Все-таки успел прокачать. Ульту сейчас в Race King. Убили его один раз. Так, в миде у нас накрывают Таска. Таск умирает. Doom перетягивается в мидл. Плюс ВД у нас уже тоже здесь. Будут пытаться цеплять Тиника. Тиника накажут за то, что он убил тиммейта. Ну, неплохо. Накрывает, в принципе, Тини и может здесь уйти. Но если не уйдет... Нет, не уходит здесь Тини. И просто Сургей Мантис начинает убивать из Раптора. Двумя фрагами сразу же ответили за Туска. Прилетает барабаны Мантису. Уже огромный мувспид у него. Но оставили одного пак. Пак начинает набирать обороты. Очень больно бьет Infernal Blade. Плюс, когда он сжигает хп в процентах, это очень больно. Рейскинг у нас в лесу. Ульта у него в кулдауне. 3 прокачаны. Болт у него. Ну и в 2 прокачаны. Mortal Strike. Нападение на Рейскинга. Можно, в принципе, его цеплять. Шардов, к сожалению, нету. Шарды в кулдауне. Ну и просто напугали, просто напугали. ПТ есть. Gloves of Haste тоже есть. Скоро будет уже армлет у Race King. Что же у B7? У B7 пока ПТ намечается, я так понимаю, это Dragonlance. У Гудема пока ничего нету. То бишь, 10-я минута игры, но пока ничего нету. Да, видим, что... Ну, хотя, смотрите, думаю, сейчас могут быть проблемы. Нет, он здесь не один. Здесь, точнее, один противник, и особо он не боится его. Есть Деваур. Пока не стал. Нет, все-таки прокачал Деваур в 3. И после этого только съедает крипа. Inferno Blade по голове в Race King, и слетают с него 300 хп за раз. Это очень много. Глимсанули здесь у нас Годема, не смогли закрыть в Kinetic Field. И Темпларка уходит в леса, уже есть потихоньку у него выход на изолятор. И втроем ребята из команды ХФЗ пытаются сейчас забрать себе тавер оппонентов. Шарты хорошие, закрывает пака, но пак не тот герой, которого можно просто так поймать. Урон даже не прошел по нему, сразу же наживает фейс-шифт и просто доджит этот скилл таска.
Ладно, ладно. Думаю, 1500 голды на руках. Пока еще фастбай у него ничего не появилось. Еще мы не знаем, что хочет себе взять. Мантис подбирает неплохо. В принципе, и руну, и седает сатира большого. У Рейскинга есть ульта. Турбо уже получил 6-й левел. У него есть десвар, тут в стаке зафармило. У нас темпларка. А, могут сейчас выйти на Тиника. Тиника выходят. И промах десвардом. Поторопился немножко сейчас турбо. Надо было немножко подождать этот момент. Могут сейчас убить еще и Мантиса. Мантиса закрывает в кинетикфилд. Вешает он дум на Брейскинга. Но есть ли смысл? Ну, может убежать. Здесь ТБ здесь появляется. Сурки начинает наваливать. И падает у нас Брейскинг в первый раз. Сон Наги, и команда уходит. ХФЗ уходит пока без потерь. Разменяли одного в Рейскинга. Ну, у ТБ есть форма. Он, в принципе, может неплохо в соло сейчас забрать. Скорее всего, он это и сделает. Он заберет вышечку здесь внизу. Ему особо никто не мешает. Он это, в принципе, хорошо понимает. Тут еще 200 хп, при том, что ПТ стоит на ловкость. Есть Dragon Lance, выход в Яшу. Скорее всего, будет это в будущем Монта. И сносит. Первые инвестиции в команду. Team KZ. Падает первая вышка. По вышкам пока все ровно. Упала здесь своя вышка и чужая вышка у противников. 3-3 общий счет. Ну, немножко все-таки оказывается по деньгам. По золоте впереди оказывается Team KZ. В миде у нас что-то намечается. Ну, хотя поймать Хакона очень тяжело. Седает крепчика у нас дум. Далее что? Тут потихоньку в чужой лес фармит. Бесстрашный и B7. Ну и просто тусят ребята. Вот не знают, чем заняться. Делают стаки, конечно. Эти стаки надо кому-нибудь спалить. О, понимают ребята, что Годем подобрал инвиз. Если сентри, сентри нет. Вот, сентри, они сейчас забайтят. И просто на краешке держится. Прожимает он сноубол. Ушел в нейтралов, но все-таки его забирают. Должны здесь забрать еще и пака, пока здесь убивают. И хорошие шарды, в принципе, закрыл всю команду противников шардами. У ВК-то, к сожалению, ульта-то нету. Его должны здесь убивать. ВК, но играет армлетом, и, скорее всего, он здесь выживет. Но нет, не выживает. Залетает сюда Тини, забирает у нас Думу. Тут турбо проблемы, хорошие касочки. Просто вовремя. И гримсанули обратно. Теперь его точно не отпустят. 3 в 2 разменялись, ребята. Таск. Вич Доктор Дум против пака с ВК. Ну да, можно ли сказать, что... Ну, почти равноценный обмен получился. Но все-таки больше заработали ребята из команды ХФЗ. 1200 голды, 2500 опыта. И стаки пытается фармить. Сейчас у нас уж. ПТ, барабаны. Выход в Shadow Blade. Годдем уже имеет урну. Скоро будет Spirit Vessel. Что у Дума? Дума пока ничего неинтересного не появилось. Но рашат, рашат. Радианс. Да, скорее всего будет делать Радианс здесь. Хороший вариант. Террор Блейда, кстати, не было в драке. Он сделал себе Яшу. Ну, скорее всего, это должна быть Монта. Потому что с Энджи-Яши, конечно, хороший артефакт, но все-таки Монта более правдоподобнее смотрится на B7. Тут аккуратнее надо ему действовать. Все-таки есть такой герой, как Дизраптор. Далеко может не отпустить. Но увидел, возможно, он его внизу. Скорее всего, так агрессивно и делал. Темпларка появляется Даггер. В прошлой драке, кстати, этот персонаж не умер. Дезолятор уже на руках. Зафармил все-таки он его в лесах.
И сейчас выходит на охоту. Скоро будет 15 левел. Плюс 200 к урону. Псионик. Трэп. Так, внизу у нас намечается драка. Хороший кокос полетел по дизраптору. Дизраптора, скорее всего, здесь очень быстро сбривают. Должны дальше еще кого-то цеплять. Тиника зацепили. Тиника должны убивать. Нага тут нарезает по темпларке. Темпларка уходит в мелт и стоит в инвизе. Уходит даггераутом. Дальше за паком пошли. Пака должны здесь сбривать. Нет, не получается. Дум на Тиника. Убили здесь Тускара. Разменяли. Тиник здесь упадет, скорее всего. Упал Тини. И УВД тоже упал. Неплохая драка, но растянулась она по всей карте. Можно было, конечно, получше сделать. Но очень важный фактор. Здесь темпларка не умерла. Не умер здесь еще и Врейдс Кинг. Хотя у него ульт был. И темпларка уходит на базу. Без Севена все еще не было в драке. Он сразу рашит БКБ. То есть не стал делать ни манту, не стал париться. Он просто понимает, что если в него сейчас влетит фокус, он не проживает этот момент. Соответственно, он хочет сделать жить и наносить очень большое количество дэмэджа в БКБ. Плюс в БКБ ты можешь активировать свою ультимативную способность. Спокойно. Сакратрелик. Еще 100 голды и будет у нас Рейденс на Думе. 20-я минута. Хороший тайминг, в принципе, для него же. И здесь есть руна. Хотя есть и Деваур. Все, летит свиток Рейденса. Команда ХФЗ все еще настойчиво пытается здесь сбрить тавер. Не получается у них. В пятером они находятся в медле. И идут дальше. Террорблейд запускает свою иллюзию. Умирает она от Глимса сразу же. И... сплитит у нас сейчас команда Team KZ внизу. Хотят разменивать свой тавер. Ну, Турбо, ты тут один. Ну, я не знаю. Немножко как-то ужасно ты отыграл ситуацию. У Shadow Blade есть уже у Тиника. Они идут на охоту за Тускаром. У Тускара зацепили Dream Coil'ом. И сразу же сбривают. Ну, ребята пытались дефать тавер. И при этом... погибли. И еще и отдефят сейчас свой тауэр. Нага прожимает сон. И что? Они зацепили здесь. ТАшка, ТАшка уходит в сторону. Но ее глимпсонули. И сбривает он сразу в ВК с одного шота. Ошибка от ВК. На лоу хп стоял. И как-то он быстро умер. То ли как будто крита не сумела сработать. А, нет, маны не было. Вот оно что. Не прочитал эту ситуацию. У нас в Рейс Кинг и умирает. Темпларка просто выжила максимум из этой ситуации. При том, что проигрышная ситуация была для него. Да, у Хакона, кстати, уже появился Dagger, есть Discord. Первые три нутворса, хотя принадлежат команде Team KZ. Ну, в любом случае... А, кстати, ТБ-то вырвался вперед. У него уже на 2000 опережает он ближайшего преследователя. Выходят они сразу же на Рошана. Понимают, что там нету сна Наги. Нету, в принципе, и ульты Дизраптора. И, соответственно, хотят очень быстро зафокусить Рошана. Должно это у них, в принципе, получиться. Хакон здесь старается им помешать немножко. Чекает Рошана, понимает, что они здесь стоят. Но выгодно ли им драться? Пытался закрыть, хорошие шарды бы получились, если бы закрыли здесь дизраптором. Ульта Наги. Ульта, говорю. Иллюзия Наги все это чекает. Заходит сюда еще и Темпларка. Нет, не стала дальше заходить. Но сурки очень сейчас больно могут быстро поломать Рошана. Минус 6 армора. И вот вся команда. Уже здесь накрывается. Здесь статик стормом. Хороший. Просто попадает по трем героям. Забрали Рошана. Аегис достался темпларке. Хорошая ульта от ВД. Но его сбривает. Дума тоже здесь нету. ВК тоже падает. Должны здесь как-то сбрить еще и Нагу. Нагу получится ли сбрить? Нагу получается сбрить. Хорошие шарды. Закрывает прекрасно. Просто сейчас дизраптора. Дизраптор отправится в таверну. Здесь стоит у нас тени. Но его никто не видит. Упал Рошан.
А вот теперь тиник. Что это было? Нашли Хакона. Вот оно что. И хороший трэп сейчас от Темпларки. Фейшифт. Долго ли будет жить? Скоро откатится Дагер. Дагер откатился, он прыгнул в другую сторону. Еще один трэп, замедление. B7 встречает в лицо сейчас. И ужасные шарды сейчас от... Нет, все-таки смогли. Рейнджа хватило, чтобы убить сейчас Пака. Минус 4. Плюс Рошан. Очень много сейчас заработали за эту драку ребята из команды Team KZ. Да, вот где-то. Ну и где-то нашли у нас здесь ВД. Загулял ВД. Не дает уйти сейчас Тинику телепортом. У Тиника нету сейчас Shadow Blade. Должны они его как-то сбривать. Здесь есть дабл дэмэдж и просто большое количество урона. 350 с руки. Даже почти под 400 с руки вылетают под минус армором. И Тиник не переживает весь этот урон. Убил Тиник, конечно, в ВД, заработал немножко опыта, но при этом нафидил, можно так сказать, сейчас Темпларку, который и так просто очень больно наяривает по противникам. Следующим айтемом у нее что-то должно появиться, да, круто, то он потратился, форстав. А, это получается у нас Хирикейн Пайк. Да, Хирикейн Пайк появляется. Спирит Вейсел. Уже у Туска, у Дума, что появилось еще новое. У Дума скоро будет БКБ. Есть у Курклаб. У Бисевена есть БКБ. Скоро будет уже Монта. При том, что в прошлой драке Бисевен не умер. Иллюзии Наги просто очень быстро сбривает. Здесь особо никого не боится сейчас Темпларка. У нее есть Аегис, есть Рефракшн. Ну... Тускар тут пытался закрыть Нагу. Если бы закрыл, скорее всего, это был бы фраг или прожатый ультимейт от Наги. Падает здесь Т2 внизу. В миде у нас у Тиника, кроме Лотра, появился уже Яш. У Дизраптора потихоньку вырисовывается Ганим. Да, он понимает, что он нужен Ганим против таких персонажей, как Террор Блейд с БКБ. И пока нету Аганима, возможно, Team KZ уже над чем пора начать заходить на рампу противника. То есть нечем там дефать. Дефать там нечем, кроме ульты Наги, который кулдаун очень большой. Нага, кстати, собрался Метеор Хаммер. То есть хороший вот такой артефакт. Его, по-моему, еще недавно апнули. В сетку кидаешь, кидаешь Метеор Хаммер. Ну, неплохо. В принципе, неплохо. Брейс Кинг. С Блейк, с Блинкдаггером. Выход в Рейденс. Не тайминговый Рейденс у него получается. У противника уже есть Рейденс. Глимпсанули здесь Темпларку. Под себя ставят Статик Шторм. БКБ прожимают у нас Дум. Очень больно наносит. Одним Инфернал Блейдом почти все ХП снес. Сейчас Дизраптору пытались здесь зацепить Хакона. Хакон отпрыгивает в сторону за счет своего арба. Ну, если бы его сейчас зацепили, то нечем было бы дефаться сейчас ребятам из команды ХФЗ. В принципе, и так понимают, что сейчас Team KZ нечем дефать оппонентам. На 20-м левеле Refraction развеет отрицательный эффект. И прыгает просто в соло сейчас на... Нагу, на Наге работает сейчас Hurricane Pike, но чуть-чуть не хватило вижена. Прыгает тут ВК у нас в одного ВД, ВД кидает каски, неплохо. Здесь должны забрать, да, первая смерть от ВК, ВК умирает. Не должны здесь сейчас второй раз отпускать, и прожимается ульта Наги. И Метеор Хаммер. Дум в Тиника. Иллюзии Наги здесь пытается мешать. Хорошая сейчас Dream Coil от Хакона, но этого мало. Этого мало, чтобы сейчас отдефить свою рампу. Хороший Static Storm, но Аегис падает не вовремя. Проблему ТПТА сейчас вовремя все-таки захилили. Да, если бы, возможно, он был бы за пределами Static Storm, то весь свой запас хитпоинтов здесь должны убить. Нет, не смогли здесь убить. Все-таки Дизраптора разменяли одного Таска. На Дизраптора
немножко пожадничал в этой ситуации. У нас Годем и за это его наказали. 10 тысяч пока впереди команда Team KZ. При том, что пока коры не умирают. Это очень хорошо. 8-1 сейчас идет темпларка. 0-0 у B7. Ну, 5 ассистов. Ну, не умер. Главное, он не умирает. Это важно. Дум тоже не умирает. У Дума скоро появится после отката Деваурера. Скорее всего, дагер. Да, есть дагер, есть ТП. Теперь этот герой может реально накрывать пака. То есть, накрыв пака, скорее всего, вы сделаете битву в свою пользу. У Тиника появилась Монта. Очень интересно. Дизраптор уже пол Аганима уже собрал, еще 700 монет, и будет у него Аганима. Это означает, что под ультой Дизраптора вы не сможете прожимать свой Блэкинг Бар. И сразу же ходит он в леса, дофармливать свой Аганим. Да, конечно, надо ему это. У Наги, кстати, книжка. Ну, пока ничего нового не появилось, но скоро будет Блинк Дайгер. Хочет он сделать, как минимум, Блинк Дайгер. У ВК нарисовывается немножко уже. Сакрет Трейлик будет. Пак появился ИУ. Да, довольно богатый пак. Матис за ним ползет. Сможет ли он его догнать? Скорее всего, нет. У пака мувспид, в принципе. Хотя нет, у Дума мувспид побольше, чем будет при нажатом фейсбуцах. Группируются сейчас комутимки и Z. Могут встретить здесь Нагу. Нагу здесь встречают. Сноубол по ней есть. Хороший. Валрус Панч и пытается... Нет, не уходит. Умирает от... И... Нет, здесь тоже не смогут зацепить Нагу. Нага умирает здесь от Infernal Blade. Ну, очень много урона, в принципе, наносит один Infernal Blade. Смотрите, тысячу урона просто наносит. Это много. Плюс сжигает Рейденсом, сжигает Infernal Blade. Нага... Земля горит под ногами. Очень много урона от одного Дума. Будет Шива. При том, что есть у него Деваур. Так, вот они знают, что здесь рядом где-то пак гоняет. Пак крипскипит у нас здесь. И Дум хочет его найти. Сейчас, скорее всего, и находит. Да, находит он здесь пака, вешает на него Дум. Но Вижена просто не хватает. Прожимает он сразу же барабаны. И в соло сделает, скорее всего, фраг на паке. Хороший фраг. В миде у нас сразу же завалили Дизраптора. Дизраптор ультанул, но этого оказалось мало. У него не было Аганима, хотя был Аганим. Но этого тоже мало. Закрывает его в сноуболе. Хороший дримкоил по двум героям. Еще и Метеор Хаммер падает по голове ребятам из Team KZ. Умирают здесь три персонажа. ВК здесь не умер. Разменяли одного ульту ВК плюс Дизраптора на трех коров. Да. Ужасная драка в миде, но ценой... Т3 Тавара. 2000 голды. 7000 опыта. Перевернули в свою сторону. Хотя здесь байбек был только что от пака, да. Его же Дум убил. Дум убил и байбек от пака. Выбили байбек. Сняли Т3 вышку. Теперь есть возможность ломать внешние шрайны. Дум с ДД, с БКБ. Шива будет скоро. У Темпларки появилась БКБ, да, кстати. Есть БКБ у Темпларки, есть Монта уже у ТБ, выход в Скади, да. Более плотным становится у нас Террор Блейд. Где кого нашли? Дума тут нашли. Дума тут нашел Тини соло. У Тини на руках 5000 голды сейчас. О, Хакон ждет. Выход на Т2 внизу активируется. Ульта возвращают B7. У B7 было БКБ. Что ж ты не прожал свое БКБ? И за это его наказывают. Поймали здесь его на отходе. Глимсанули и закрыли. Надо было все-таки прожимать БКБ. И второй раз умирает Террор Блейд после того, как умер в миде.
Так, есть Рошан, прочекал его Хакон. Темпларка идет вверх. У нее скоро будет Орчит. Это в будущем получится Блаторн. Да, он как-то будет закрывать, пытаться убивать здесь. Соло фраги делать. Но Дизраптор, да, скорее всего, хороший фраг. Это Дизраптор для него сейчас. На Рошана вышли команда ХФЗ. Да, скорее всего, они его заберут. Ему не мешают никто. Они видят здесь стоит трэп. Понимают, что Рошан падает. Сразу же прожимаются смоки. И рисуется вот такая траектория для команды ХФЗ. В смоках они сразу же выдвигаются в мидл, пытаются кого-то найти. Видели они в миде кого-то. И в лотер уходят. ШБ, точнее. А вот здесь у Турбы проблемы. Пол ХП просто слетело с одной тычки. Его, скорее всего, здесь не отпустят. Да, глимсанули обратно. Бревно по голове и минус Турбо. 50 секунд его не будет в драке сейчас. Но крипы находятся довольно далеко. В принципе, можно как-то еще дефить. Есть тосик с шардами. И ТБ у нас уходит на топ. Видели его мув здесь на варде. Так, просканировали сейчас силы света территорию. Никого здесь не нашли. Возможно, он думал, что, скорее всего, темпларка стоит здесь в молде. И все-таки доламывают. Т2 внизу. Сон от Наги. Зацепили здесь сейчас без Севена. Накрывают еще и статик штормом. Надо ему просто драться здесь. Больше вариантов нету. Да, то есть тупо бегать внутри этой заварушки бессмысленно. Сон Наги, статик шторм. Минус герой. Да. Хорошая комба, рабочая. Будет вообще шикарно, если Нага рядом стоящих двух героев поймает. И просто накроют их статик штормом, то это очень больно. Есть гем. Наглую просто действует сейчас у нас Тини. У него есть Аегис, он понимает. Очень больно сейчас Т3 вышки на базе. И прожимают фортификейшн. Немножко можно дефать. Но ТБ-то нету. ТБ есть байбек, но пока он не байбечится. И падает здесь Метеорхаммер. Очень больно сейчас баракам. Скорее всего, здесь бараки упадут. Мантис залетает в толпу. Нажимает БКБ. У него есть Дум, но пока еще не стал он тратить. И здесь забирают Тинника в первый раз. Забирают еще и ВК. У всех есть ультимативная способность. Закрывают Думом сейчас ВК. ВК должны разобрать. ВК разбирают. Дальше должны как-то цепануть. Здесь не успевает Годдем дойти, но у него нету сноубола и... Да, ошибается. Просто развел немножко своими иллюзиями. Потеряли бараки. Да, милишний барак упал здесь у нас. И ребята идут. Я не заметил, был ли байбек сейчас. Вот ТБ, тут ТБ не было байбека. То есть он не тратил байбек. 2000 голды у него на руках. Все еще есть. Скоро будет 20 левел и талант. Талант. Какой талант все-таки он выберет. Стандартно выбирает 10 ко всем атрибутам. Что он и делает. Да, 2400 здоровья. У Дума-то Шива уже есть. Неплохо сейчас АОЕ. Очень много АОЕ дамага наносят. Сейчас у нас Дум. Надо ему как-то еще собрать какой-нибудь интересный артефакт. Таск появляется. 18 левел. Есть Ход of Defense. Есть Spirit Vessel. Немножко Вич-Доктор у нас здесь бомжует в этой ситуации. Да, мы видим, что по нетворцам он находится просто в самом низу списка. После него идет у нас Годдем. А самый богатый саппорт сейчас у команды ХФЗ. То есть с Аганимом плюс еще Эго Септер. Это очень много. Бладторн все-таки дособрал для себя Темпларка. Почти фулл запак есть, но Нульфайр еще дособирает.
Да, с Nullifier'ом, в принципе, можно выключать. Nullifier, Bloodthorn, если все это накинет на одного героя, это равноценно как... равноценно вот Думу. От Дума. То есть ты не можешь ни прожать никакие скиллы, никакие итемы. Плюс еще урон сверху идет. И замедление идет от Nullifier'а, ну... Да, в принципе, в приоритете хороший артефакт. Есть смоки, смоки прожимаются, все в пятером куда-то идут сейчас. Team KZ, да, идут на своих оппонентов, они прекрасно понимают, что здесь они находятся, в этой части области. Сейчас будет очень интересная решающая драка в этой игре. Так, закрывают здесь у нас в Race King'а и... Ультимат от Наги. Здесь сейчас Дизраптор закроет двух героев. Просто шикарно закрывает здесь двух героев. Они ничего просто не успели в этой драке сделать. Темпларка нажимает БКБ. Выжили, кстати, выжили. ВК-то упал первый раз. ВК упадет сейчас еще и во второй раз. ВК здесь упал. Проблемы сейчас у Тиника. Тиника видят. Просветили Дастом. Его здесь должны забирать. Даст забрали еще и здесь Тиника. Просто чересчур жирными героями оказались команде Team KZ. То есть за один спел от Дизраптора и все, что туда влили ребята из команды Team HFZ, не хватило, чтобы убить ту же Темпларку и того же Дума. 2600 хп, 20 единиц защиты. И глимсанули здесь обратно Террорблейда. Понимают ребята, что не будет ВК. Байбек все-таки выбили. У ВК тоже есть байбек. Скорее всего, они тоже его будут выбивать. Не дает себя. Нету ульты Наги. Нету ульты Дизраптора. Всего лишь 5 секунд не будет. Но этого достаточно, чтобы сейчас... Все-таки прожимают глиф. И... Так, глимсанули здесь у нас Годдема. Годдем прячется в сноубол. Накрывает еще и сразу же Канта. И хороший, конечно же... Статик Шторм, здесь Дума должны забирать. Дум здесь умирает, убивают здесь ВК в первый раз. Но этого мало. Нет, ВК здесь уже появился после смерти. И поймали здесь сейчас Темпларку. У Темпларки нету БКБ. Темпларка, скорее всего, здесь откинется. Темпларка здесь откидывается. Бисовы на проблемы, активирует БКБ. Начинает хараситься с руки, наваливает сейчас Наги. Нага минус. И забирает гем, пытается уйти с ноги. И выйдет у нас стан от ВК Монтой. Отталкивает себя. Здесь Годдем создает ему небольшой спейс. Но, в принципе, он с руки может сейчас убить Дизраптора. Опять Дизраптор на соплях уходит. И еще успел засейвить Бисевена. Бисевен просто на ровном месте забрал гем с Наги. Но отдались ребята вчетвером почти что. Втроем. Двух коров потеряли. Очень важных персонажей. Но у них есть байбеки. Да, байбеки есть у обоих. Пока драка складывается не в пользу ребят из команды Team KZ. То есть один ультимативная способность Наги плюс Дизраптора очень сильно мешает сейчас подняться на хайграунд и доломать казармы. Сломали только вот казарму рейнджевых крипов в меди. У тебя упал милишный. Уж делает себе Дайдалус. Очень много урона будет вливать Стиник в эту драку сейчас. 25-й левел у него есть. 3 заряда ТОС прокачивает. Последним талантом есть Ассалт Кераса. Скоро будет Дайдалус. В принципе, он уже купил. Да, вот здесь есть Демонедж. Есть уже Дайдалус. Очень больно сейчас может в драку влить урона Тини. У Годдема есть пайп. Ребята ждут своих тиммейтов, чтобы прожать смоки. Не стал пока покупать на Nullifier. Смок в четверых и выход в мидл. Будут байтить на Бисевена, скорее всего. Бисевена, кстати, 22-й левел. И есть ШБ. А, Сильверайдж он сделал.
Я думаю, будет все-таки Скади. Ох, как прекрасно читает сейчас ситуацию команда Team HFZ. Вот так прочертил по ним. Мантис здесь у нас в инвизе. Рабочий ли? Да, у него рабочий Радианс. Он спалился. Он активирует сейчас Блейд БКБ. Должен он где-то как-то найти сейчас именно Дизраптора. Дизраптора не получилось найти. Не сработала комба сейчас. И просто летающий Дум получается. Дум все время летал в драке. Умирает один раз уже ВК. Неплохо начинает наяривать сбоку сейчас B7. B7 должен до конца добить сейчас ВК. ВК у него получается добить. Включает БКБ, разворачивается, но дальше не стал идти. Минус 3. Один только B7 остался живых у команды Team KZ. Но у Тиника нету байбека. Еще 4 минуты. У Найги нету байбека. У ВК есть байбек. Можно, в принципе, байбекнуться и идти просто нагло ломать лица. Почему эту опцию не делают ребята из команды Team KZ? B7 прожимает Silver Edge. И уходят мидл. Уходят за спину. Пытаются за спину зайти сейчас Ханту. Но не получится, скорее всего. Можно было, в принципе, навалить ему очень больно. В упор подойдя. Нужен ему срочно 25 левел. 300 к дальности атаки от Метаморфозис. Да, это очень много. Кирасу собирают. Дум. Да, Кираса. Вместо барабанов уже появится Кираса. Прям, да, вот уже почти появился. Есть Кираса. Не стал докупать. Не стал докупать сейчас он Кирасу. Закрывает Рейденс. Просто в прошлый раз надо было именно так и поступить. Мантису закрыть Рейденс и потом только подбирать руну инвизи. В прошлый раз у него был активный Рейденс и, соответственно, спалил ВК. Эту движуху, да, пол хп сейчас снес B7 Рошану. И вот важное сейчас решение. Не отдавать Рошана той или иной команде. То есть здесь есть уже Refresher Shard. Там, если это достанется Думу, то это два Дума. А если же кто там в Race King может жить два раза. Ульта Наги может быть два раза. Или же все-таки Дизраптору. Ульта Дизраптора больше решает, по-моему, в этом замесе. У Хакона, кстати, что интересно. У Хакона это Хекс плюс Линка. Теперь его тяжело будет накрыть Думом. Пока еще не рискует у нас ТАшка. Покупать нулифайр? Нет, все-таки рискнул. Все-таки он рискнул. Купил нулифайр. И в случае, если он сейчас умирает, соответственно, это ГГ. Но файт за Рошана должны как-то, да, ребята, здесь решать эту задачу. B7 включает форму. БКБ активирует у нас Мантис. Никто не спит. Ультанаги просто в молоко. Но зацепили ТАшку. ТАшку могут сейчас убить. Залетает сюда еще и Темпларка. Темпларка активирует БКБ. Убили здесь ВД. ВД здесь умирает. Суркины много накидывает. В Хиксе находится у нас B7. Летал в тосе от Тиника сейчас 3 секунды. Сандер прожимает у нас Террор Блейд и выигрывают эту драку. Дизраптора минусанул. Сейчас щелкает с Дагер и Молда. Минус 3, минус 4 героя сделали сейчас. И плюс выбили байбек. Забирают Refresher Shard. Refresher Shard находится у Дума. Дум пока его не съедает. Идет за Хаконом. Мало ему в спид. Есть Кираса уже все. Просто позиционка была выгоднее сейчас у Team KZ. И идут напрягать. Подбирает руну ДД. Выкладывает дезолятор в стэш. И, соответственно, чтобы быстрее добраться до мида хотя бы. Отхиливают здесь у нас Дума. Байбек от Наги. У Наги нет ульта. Ну, если толк сейчас от Наги. Есть сетка, только есть Метеор Хаммер. Больше ничего не вносят в эту драку сейчас
Нагна, но есть пак с ультимейтом, с Хиксом. Не смогли в прошлой драке забрать Бисевена до конца. В Хиксе он стоял. Закрывают сейчас. Нет, не получилось. Накинули, конечно, нулифайр, но этого мало. Не успели просто до конца добить. Не сработал. Падает вторая сторона. Пайбэк от Тиника. Тиника находится в инвизе. Сон от Наги. И здесь Бисевена могут закрыть. Хорошая ульта от Дизраптора. Забирают здесь. А в БКБ просто наглую прыгает Ташка. Бисевен умирает, но есть Аегис. Прожимается Сноубол. В Сноуболе выходит у нас Бисевен. Нажимает БКБ. С руки наваливает. Минус Тини. У него нету байбека. Он минус Нага. Нету байбека. И ВК воскрешается снова. Его тоже завалят. Это ГГ. Первая карта уходит в копилку команды Team KZ против команды Team HFZ. Скоро начнется у нас вторая карта. 1-0. Счет. Далеко не уходите. Небольшая музыкальная пауза, и скоро уже стартанет вторая игра. Далеко не уходите. I've been standing here all day, 'cause it's probably time that I should get to walking, but I'm not, you know I'm not. And now I wish that you were there when the morning comes. I wish that you were there when the sunlight shows. I wish that you were there when I'm all alone, but you're not, baby. So I gotta find somebody like you. So tired of hearing stories how it's perfect when it's not. Oh, no, it's not. And now I wish that you were there when the morning comes. I wish that you were there when the sunlight shows. I wish that you were there when I'm all alone, but you're not, baby. So I gotta find somebody like you. So tired of hearing stories how it's perfect. So I gotta find somebody like you. No!
got me crazy. I know I made mistakes, but I need you for daily. Don't you let this fade. I need a yes, not a maybe. Girl, let me give you change. Let's just get away. Girl, you can take me by my hand. I'll never let you go. Don't you worry, 'cause I got you.
running back. You can call my name and I'll come running back to you. Running back, I'll come running back to you. Ну, что там? Возвращаемся мы в игру. И снова здравствуйте, снова добрый вечер с тем, кто не здоровался, тем, кто только что присоединился к нашему эфиру. Вторая игра между командами HFZ против Team KZ. Пока мисс 1-0 в пользу команды Team KZ. Только что серия из Best of 3, вторая игра за выход в финал открытых квалификаций на Эпицентр XL. Баны уже завершились, первая стадия банов уже завершилась. Нагу убрали, да, очень сильно мешала Нага. Убрали Цинкинга, убрали Брюмастера. Первый пик был у них, и, соответственно, они не стали убирать здесь Омнинайта, и Омнинайта сразу же забирают. Тиника убрали уже ХФЗ в этот раз, Клокверка и Инчу убрали, полагаясь на то, что, скорее всего, они тоже могут забрать Омнинайта. Но не тут-то было. Бэйн появляется у нас в команде ХФЗ и сразу же Цинкинг, скорее всего. Нет, это Дум. Да, Дум неплохая гантра против Омнинайта. Дагер, Дум, в принципе, тоже неплохо заходит. И Таск появляется у команды Team KZ. Вторая стадия банов. Открывает ее ХФЗ. Ну, кого уже забанят на этот раз? Кто же вам сильно мешал в прошлой игре? Возможно ли это Террор Блейд? Ну, банить кор-героев, ну, очень тяжело. То есть в плане того, да, вот надо банить именно таких коров, которые могут реально сильно изменить ход игры. ЦК, Террорблейд, Резора убрали ребята из Team KZ, да, понимают, в бай, Бэйн плюс Резор, довольно неплохая комба. Так, и четвертый, пятый бан от команды ХФЗ обдумывает у нас Кант. Насчет этого, в принципе, Турбо тоже как драфтер неплохо себя проявляет. Возможно, есть, возможно, помогают ребята, конечно, в целом. Да, Террор Блейда должны убирать. Вот реально очень сильно мешал. Вроде бы хиксанули, вроде бы столько его били, все дела. Но этого оказалось мало. Он прожимает БКБ, нажимает Сандер, и он фуловый. В прошлой драке, в прошлой игре, точнее, на, рядом с Рошаном, если кто наблюдал, это очень сильно зарешало. То есть в тот момент, когда его вроде бы похоронило, похоронили, ну и в этот момент он воскресает, грубо говоря, как Леорик. В Рейс Кинг, точнее. В Рейс Кинг, ну, был ли он лишним? Не, в Рейс Кинг, скорее всего, больше бьет точечно героя. То есть вот в этом плане. То есть ему надо блинкануться, кинуть стан и грызть саппорта. Все, что сейчас он мог в драке вливать, это то же самое. В тот момент, когда ты, он убивает саппорта, он уже не доходил до других персонажей. Там в форме ТБ нарезал очень больно. С руки наваливала еще темпларка. Свен, возможно, смотрелся бы более эффективнее, чем тот же Леорик. Но не знаю. Ликана убрали Team KZ и сейчас обдумывают свой третий пик ХФЗ. Ну, показали уже своих коров, своего оффлейнера. И сейчас буду добирать четвертую позицию, скорее всего, ромящего героя. Нагу забанили, тот Сэн Кинг, в принципе, неплохо заходит вместе с Бэйном. Часто пользуется, как бы, эта связка популярностью Бэйн Сэн Кинг. Но есть еще такие персонажи, как Шейкер. Ну, Шейкер, не знаю. Чересчур, по-моему, такой медленный может быть персонаж, который передвигается по карте. И появляется Найтсталкер. Да, нужен был мобильный герой. Это Найтсталкер. Да, Дум,
Fear, очень много сейчас, плюс еще Nightmare, да, и сразу же появляется у нас Phantom Lancer, все. И вот контрите, как хотите, пытайтесь контрить, то есть казахи на данный момент любят играть через вот таких персонажей, которые умеют делиться на иллюзии. Тот же ТБ, тот же ЦК и Phantom Lancer, то есть берут сигнатурок и все, играют. Ну, надеюсь, в этот раз... И сразу же, да, вот появляется Свен. Хорошая контра, ну, был еще такой персонаж, как Гирокоптер. Он абсолютно шикарно контролит, наоборот, Phantom Lancer. Мне больше нравится Гирыч в этой ситуации, но Свен так Свен. Свен может больно нарезать под ультой Бейна. Ну, плюс Дум тут может, в принципе, неплохо влетать в драку на Умнинайта. Хороший пик сейчас у команды ХФЗ и четвертый пик команды Team KZ. Они уже должны набрать себе саппорта, то есть они не показывали сейчас. Именно показали Omninite, пятерочка, вряд ли пятерка. Скорее всего, оффлейновый Omninite. Phantom Lancer уже у нас в кэрри будет одеваться, таски бегает по карте. Ну да, саппорта должны сейчас добрать и оставить последним пиком мидера. Винтер Виверна? Нет, Арк Вардена не забирают. Они понимают, что могут сейчас потом добрать себе Винтер Виверну. Надеюсь. Или Джаки Росса того же могут добрать. И Арк Варден появляется. Сразу всех кор, все карты раскрыли Team KZ и показывают свои сильных героев. Будут отыгрывать. Очень неплохо, в принципе, отыгрывать на нем ТА-2000 на Арк Вардене. И забанили они Дизраптор. Да, понимают, что остался последний саппорт. Ну, против Свена больше, по мне, как саппорт, наверное, Винтер Виверна по душе. Вот. Но смотрим, что произойдет. Сейчас должны забанить ребята Мейдера, Team KZ, и добирать себе саппорта уже. Обдумывают сейчас. Вот. Забанить надо, скорее всего, Пака, Квапу, да, Пака убирают. Очень сильно мешал в прошлой драке, очень мобильный персонаж и очень живучий. И Джеки Росс, да, что-то вроде этого. Джеки Росс или же Вентра Виверна должна была появиться. Один из этих двух драконов. И, пожалуйста, Твинхед Драгон, ТХД. Залетает у нас последним пиком. Team KZ закрывать сейчас будет свой пик. ФЗ. Кант обдумывает своего мидера. Кто хорошо стоит против Арк Вардена. Он довольно неплохо должен еще при этом стоять. И при этом выживать под роумящим таском. Ну, не знаю. Мне лично в голову только Квапа приходит. Шторм Спирит. Ну, вначале ему будет очень тяжело, конечно. В мидгейме и в... В эрлигейме он не так уж сильно смотрится. Вот Квапа, скорее всего. Нет, это все-таки Тинкер. Да, немножко жадный пик получился сейчас у команды ХФЗ. Ну, в любом случае, желаем удачи обеим коллективам. Пока мисс 1-0 счет в пользу команды Team Казахстан. Пройдусь по составам. Джакира у нас Турбо. Найф играет у нас на Арк Вардене. B7 Phantom Lancer. И Годдэм у нас Таск. Мантис на Умнинайте. Уж будет в миде стоять на Тинкере. Мариачи будет фармить на Свейне. Бегает по карте у нас 63-04. Кёши у нас Дум. О, какой красивый Дум получился. И Кант у нас на Бэйне. Давно я не видел такого сета. Красивый сет на Думе. Так опять пауза ставится, да, в игре. Нет, пока паузы нет. Ждем Канта, пока он сделает свой пик. Да, вот. Добирает своего героя. Бэйн, Omninite, Дум, Туск, Phantom Lancer, Найт Сталкер. Свен, Арк Варден, Джеки Росс, Тинкер. Вторая игра серии Best of 3. Победитель, если же будет Team KZ, то они проходят дальше в финал. А если в случае побеждает ХФЗ, играется третья решающая игра в этой серии. Открытые квалы 4 будут.
Ну, на сайте Эпицентра написано, что будут, и будут они 10 числа. И поехали. За сторону Dire у нас начинают ребята из команды ХФЗ. Есть смоки, есть два варда. Всей толпой уже выдвигаются в нижний лайн. Скорее всего, будет небольшая вылазка на руну. Ну и ответная вылазка у команды Team KZ. Смоки тоже есть тут узко. Кто кого одолеет здесь в этой ситуации. Рисует по карте у нас Бэйн что-то. Типа туда-сюда нажимается смоки. Будут пытаться выйти за спину. В пятером ждут сейчас на этой руне. Могут спалиться. Свен может спалить всю эту движуху сейчас. Нет, не спалил. И все-таки за спину проходят. Вот это начало игры. 4 в 5. Смоки прожимаются. И Бэйн спадает с них. Смок закрывают здесь шардами. Сами себя оставили одного фантом лансера. Бедолагу на середине. Пятерым ребятам. И фраг достается опять Канту. Не оставили они фраг. Здесь ушу так ужасный шардами закрылся. Сейчас Туск. И Арквардон может подставиться. Ну, нечем догонять, в принципе. Тауэр не достает. Раньше здесь нельзя было вот так проходить. Да. И Джеки Росс через другую сторону проходит. Две руны достаются сейчас Омни Найту. И две руны забирают себе Тинкер. Прокачал он сразу за маршей. Но, возможно, его заставили это сделать. Омни Найт пока ничего не стал закупать. Поприветствовать сейчас друг друга ребята. Да, забирает рейнджевого крипа. Есть брейнсап, есть перификейшн Омни Найта. В миде у нас нападение над Тинкером. Тинкер съедает Тангусик. И Дума немножко агрит. Дум прокачал, кстати, Infernal Blade. Неплохо, в принципе. Наваливает сейчас с руки. И больно сейчас. Good luck, have fun, пишет Тинкер. И стоит спокойно в миде. Have fun. Так, у Мантиса небольшие проблемы, да. Отгоняет его сейчас. Немножко в лесочек заставили, чтобы он прожал. Хочет, очень сильно хочет взять сейчас второй левел Мантис. Но он его получит в любом случае, если далеко не уходить. И Бисевена напрягают. Бисевена очень больно напрягают. Второй левел есть, ТДГ Наура в первый прокачано. Брейнсап был прожат, у Канта могут быть проблемы. Нет, у него есть сапоги, он сразу же покупает себе первым мейтом сапоги. Понимает, что против Омни Найта нужен мувспид. По крипам. Почему тут так, да? И нападение на Тинкера. Сейчас по нему еще и спарки ударят. Работает еще и флаг. Скорее всего, его заберут. Должны его забрать. Сурки дотыкать. На нейтралов идет, пытается сливаться. Получается, уши задоняется на эншентах. Не отдает фраг. При этом ребята не получают ни единицы опыта. Хорошее решение от Тинкера. И напрягают здесь Дума, ребята, вдвоем. И Steam KZ выходит за спину. Сейчас у нас Бэйн Мантису. Мантис особо не боится. Но Сурки это очень больно бьет. Еще и брейнсапом. Сгрызает небольшое количество хитпоинтов. Сурки очень больно бьет. Да, 65 урона в среднем. Вот у Найтсталкера ДД. С руки тоже очень больно бьет этот персонаж у нас. И он с сапогом нет. Он с Орби Феномом. Пытаются драться на развороте, ребята. Заканчивается эффект ДД. Немножко проседает по хп. Хилки-то нет. Он придется ему отойти до базы сейчас. Да, отгоняют ребята. Понимают, что, видимо, прокликали. Нету хп. Так, Кант отправляется тоже на базу. И покупает он смоки на базе его. Он ждет своего тиммейта. Вместе с ним, скорее всего, выдвинутся румить. Как раз скоро наступит ночь. И первые смок вылазки
будут реализованы от команды ХФЗ. Помогите. Чем тебе помочь? Уходит он в леса, понимает, что ему очень тяжело стоять сейчас на лайне против Арквардена, у которого с руки очень 70 наяривает. И приходится ему отходить в леса. Плюс здесь есть Тас, который сильно мешает. А внизу вылазка на Дума. Дума могут ли забрать, но могут в ответочку сейчас забрать B7. Ферстблад достается... Не Ферстблад, это уже второй фраг для команды ХФЗ. B7 разменяли. И хорошие шарды, но этого мало. Взлетает у нас Найтсталкер. И, скорее всего, заберет здесь еще и Джеки Росса. Джеки Росса забирают. Бежит на Дума. Но Дума-то есть сапог. И не догонят. Безответная такая разменочка вышла в пользу команды ХФЗ. Показывает, что здесь есть реген. Не стоит бежать на Найтсталкеру до базы. И лучше взять реген и оставаться на лайне. Возвращается Джеки Росс у нас на лайн. 0-3. 1000 голды преимущества сейчас у команды Работяг. Тинкер возвращается в мидл, нафармил себе он Soul Ring, не стал рашить ботл. То есть понимает, что лучше немножко сейвово играть. Реген лишний не помешает, и опять отходит в леса. Здесь уже Doom фармит. Нет, он стакает. Здесь стакает для Тинкера. Тинкер далеко отошел, чтобы... Да, попытаются здесь они. Прожимают шрайн. Наверху у нас-то немножко драка-то творится. Проблемы сейчас у Омнинайта закрываются хорошими шардами. Заслипали сейчас. И Мантис выживет ли? Все-таки успевает перификейшн нажать. У Канта нету сейчас больше сна. Но есть брейнсап. Проблемы сейчас у Туска. У Туска есть сноубол. Закрывает он сам себя. Не успел шарды дать. Можно было какие-то, ну, не знаю, сейвовые шарды дать под себя. Думаю, все отлично. У него есть уже брейсер. Скоро будет уже барабаны. Так, а вот Арквардан нападает в соло. И, скорее всего, будет фраг для него на Тинкере. Делает, оформляет. Первый фраг для команды Team KZ и делает его Арквардан и сразу же нападает на Тауэр. Еще 1500 голды, скоро будет у него, да, Найтсталкера внизу все-таки достали, добили вдвоем. Ребята из команды Team KZ, но у B7 хп проседает, нажимает он стики, выживает в этой ситуации. Земля под ногами горит, все-таки добивает землей. Дум. Догорел у нас B7, возвращается у нас Найтсталкер, ночь еще работает, у Дума скоро появится 6-й левел, и апнет он себе ультимативную способность. Джеки Росс прячется, прячется в лесах, у него сапога-то нету, далеко от Найтсталкера не убежишь, ночью плюс еще и сапоги есть. И выходит у нас Найтсталкер мид. Так, нападает на Дума, Дума 6-й левел, земля в КД. Ну и есть-то стомп от Кентавра Лесного. Так, не получилось закрыть сейчас. И хороший сейчас и выйдет брейнсап по Тускару. Тускар добивает все-таки. Нет, и А2000 добил с руки здесь у нас Бэйна. Бэйн хороший фраг. И все-таки сбивает ТП аут сейчас. Дальше шардами закрывается перед собой. Не дает сделать фраг. Найтсталкер. Неудачная вылазка. Все-таки разрушил все эти планы. Туск. И в миде до сих пор неплохо. 200 голды. 300 голды уже будет у Арквардена медасик. А это означает, чем раньше медас появится, тем больше начнет набирать обороты он. У Свена-то, кстати, проблемы. Он в лесах ушел. В лесах фармил. 65 крипов у него почти. Mask of Madness. Не хватает чуть-чуть до Mask of Madness. И вот здесь сейчас за излишнюю наглость могут наказать сейчас ТА-2000. Переагрил сейчас он иллюзии своей слип. И на развороте пытается развалить кабину Дума. Дум, скорее всего, здесь упадет. Работает ультимативная способность. Но скорее здесь находится рядом.
Омнинает и отхилит всю потраченную жизнь единиц в этой драке. Омнинает и сломал. Нашел все-таки туз кварт. Есть Hand of Midas. Курица как только долетит, уже будет Midas у Арквардена. Арквардан сразу же идет реализовывать свой. И здесь могут разменяются. Да, разменялись саппортами, ребята. Ну, дальше что? Дальше отпустят ли? Да, отпускают Бэйна. Бэйн успел топ-аут сделать. Если бы не успел, то был бы неплохой размен. Но мне Найт уже 7-го левела. Есть Аркан Тапки, есть Soul Ring. Особо он никого не боится. А вот здесь могут быть проблемы. Сейчас у него Purification, он нажимает, убегает. Не дает зафармить небольшой стак. Нет, он все-таки зафармит, приходит сюда еще. И сейчас Джеки Росс видит всю эту движуху. О, Свен. Свен должен уходить. Нечем ловить. Не достанет айспасом он, конечно же. Давайте переключимся на Нетворс и видим, что уже реализовал дважды Hand of Midas. Сейчас Арквардан. У него 4800 Нетворса. 4400, 4500 у Свена. Дальше уходят в леса. За ним идет у нас B7. Немножко отстает, но будет догонять. Будет он делать диффуза. В вчерашней игре он делал Battlefury, хотя немножко изменили работа Battlefury на иллюзиях. Он перестал работать. Вот здесь он видит. Сейчас Дума. У Дума нету Дума. Заслипали сейчас Фантом Лансера. И Доппельгангер в сторону. Доппельгангер в сторону не получилось похарасить здесь. А у Тинкера еще нету травелов. 10-я минута. Видимо, очень сильно загнобили в миде. Так, есть Мидас. Зацепили сейчас наглую. Сейчас цепляет здесь у нас ТА. И просто убивает с руки. Просто отдыхающего смотрел за фауной местности. И просто умирает здесь Найтсталкер. Фраг лишним не бывает. Да. И сразу же 6000 Нетворса. Упадет здесь еще и Тавр. Тавр должен здесь падать. Пытается заденайт, но работает коляска. Не успевает добить каты. Не получилось закрыть шардами. Тинкера внизу тоже нашли. Вдвоем, ребята. И Тинкер отдаляется от своего телепорта. Прокачал он ульту. Да, уйдет в леса, скорее всего. Но если уйти в леса, то негде будет фармить сейчас Свену. Двух тавров уже нету. Первых. На топе и на миде у команды ХФЗ немножко проседает. 2К Нетворза отстает от своих противников. Тинки и Зет. И приходит сюда Тинкер. Отспамливает своих маршов. Ликвид Файр по тавру. Еще немножко задел Тинкера. 6-й левел у Таска. Скоро будет грейженные стики. Урна на руках. Омнинайт 9-го левела. Омнинайт, ребята, 9-го левела. 300 голды будет у него мека. В драке это будет нереально дисбаланс. Думу срочно нужен будет дагер, чтобы выключать этого персонажа из драки. Если же этого не сделать, то много чего будет на смарку, когда есть. Какой счет серии? Счет серии 1-0 в пользу команды Team KZ. Кто первую карту взял? Первую карту взял Team KZ. Прошлая карта, разве не BO3? Почему с другими катают? Проблемы сейчас наблюдаются у TA2000. Возможно, что-то не так с компами. Они, возможно, играют с клуба. Насколько я помню, вчера они реально сидели на лане в компьютерном клубе. Возможно, сегодня то же самое. Это стак Хакона? Да, это стак Хакона. Вот сам Хакон. Йоши подписался.
Аркварден переподключается к игре. Скоро будет анпауз, и игра продолжится. Мантису особо никто не мешает. У него есть телепорт. Соответственно, он сейчас может пойти на любой, на любую драку. Здесь, если будет драка, то он подлетит к шрайну. Внизу, если драка, то Т1 до сих пор стоит. И все. Он в теме всегда. Главное сейчас аккуратнее сыграть здесь B7. У B7 большая выживаемость за счет Доппельгангера. Ну, не знаю, мне кажется, что Фантом Лансер один из тех героев, которых сложно контрить на ранней стадии. Ну, можно. Дум. Нашодит. B7 заметил Дум и сразу же в леса затарился. Пока активность только проявляет команда ХФЗ. Они напрягают сейчас нижний лайн. Тинкер здесь тоже находится. Улетает наконец-то. Он дофармил себе травела. Ну, 13-я минута. В принципе, поздним таймингом это, конечно, считается, но нормально. Лучше, чем ничего. А в миде это выпад на Туска. Туска проблемы. Туска закрывает фиром. Туск не сумел закрыться в сноубол. И... да, репел. Не успел Мантис здесь подбежать. Мека у него есть. И через гад Странч забрали у нас Таска. Внизу, что у нас тут? Ждут друг друга. Фантом Лансер просто экспится. А, Дум ждет, пока выйдет Фантом Лансер. И выходит Фантом Лансер. Здесь может его и... ой, не успевает Доппельгангер в сторону. И сразу же разводит на иллюзии. Опять же, иллюзия проседает. Он не знает, кто из них кто. Убивает иллюзию. Не рискнул закидывать Дум в иллюзию. Примерно предполагал, что, возможно, его сейчас разводят. Часто делает этот трюк у нас B7. В смоках ребята находят здесь Тинкера. Тинкер здесь никуда не уйдет. Тинкера здесь закрывают, отправляют в таверну. И, пожалуйста. Тинкер очень сильно просел. 0-4 стата. Дум 3-3 у нас бегает. И будет падать третий Т1 на вышка. Здесь есть Liquid Fire, здесь есть со своими иллюзиями Phantom Lancer. Скоро будет у него уже диффуза. Соответственно, очень много урона сейчас будут наносить ребята. Иллюзионисты. Против любого другого персонажа. Но есть Свен. У Свена есть уже Mask of Madness. Есть Эхо Сабр. И Сноубол в Дума. Дума должны закрыть. Есть же шарды. Шарды. Где твои шарды? Шарды в КД. Рипел висит на... и хорошими шардами закрываются. Но подставили немножко Джекироса. Джекирос здесь, скорее всего, умрет. Джекирос умирает. Дум висит на Омнинайте. Омнинайту надо жить в любом случае. И на развороте ребята закрывают сейчас Дума. Есть Guardians Angel от Мантиса, но не хватает немножко маны. Но есть же стики, стики есть. Добили все-таки ребята, но продали при этом B7. Можно было все-таки засейвить своего тиммейта. Прилетает сюда Аркварден. Замедление работает на Свене. Свена, скорее всего, Сноубол. Все втроем нападают на одного Свена. Прилетает сюда Тинкер. Ну, так себе, по-моему, будет здесь Тинкер. Нет, хотя нормально. И проблемы здесь сейчас у Годдема. Годдем здесь умирает. Мантис отхиливается сам себе. Аркварден просто на развороте разваливает. Не дает улететь сейчас Тинкеру. Тинкер умирает. Проблемы сейчас начинаются у Бэйна. Здесь перед ним появляется Спарк. Спарк его задевает. Замедление работает. Еще один Спарк. И, скорее всего, Дум Бэйн тоже откидывается в таверну. Дум уже успел вернуться в драку. Перификейшн на... ай, спас хороший. Дальше не стоит лезть ребятам. Здесь уже Найтсталкер. У него есть свой. День наступил. И Мантис начинает убегать. Спарк заденет сейчас Дума. Он замедлится. И будут как-то пытаться забирать. Свен тоже уже ворвался обратно в драку. Ну, не знаю. Затянулась эта драка. ГС включает у нас Свен. Закрывает его айспас. У него маны, к сожалению, нету. А... репел на себя и пытается уйти с ноги сейчас. Прилетает сюда еще и Аркварден. Будет наваливать сейчас Бэйну. Бэйну очень больно. Бэйн, скорее всего, откинется. Да, Бэйн, по-моему, за эту драку 3 раза умер. Если не ошибаюсь, вот за эту затяжную драку 3 раза он уже умер. Зато Аркварден просто...
как-то аннигилирует сейчас. У него за каждую драку, по-моему, по 2-3 фрага он сделал. 10 тысяч на творца вперед вырывается. Свен пытается его как-то догнать по нетворсу, но 2000 отставания. 1000 отстает у нас Фантом Лансер. В прошлую драку его жестко продал немножко Мантис. Побежал за Думом. Думом все-таки он добил, но мог бы, нажав стики спасти своего керри-героя. Диффуза есть уже у Би Севена. Так. Ну, Темплар. Вот Темплар говорю. ТА-2000 уже 15 уровень. 350 здоровья. Талант берет. Ну, стандартные таланты. Да, возможно, есть 10%, но не знаю. Хорошо, посмотрим, что у Таска есть. Пока Таска ничего нового не появилось. Он в инвизе гоняет наверху. У Фантом Лансера диффуза были. У меня Найта Худ появился уже. Да, скоро будет, видимо, Пайп. Плюс еще и Гардиансы. Гардианс Грифс. У Джеки Росса. Джеки Росс в этот раз немножко богаче смотрится, чем в прошлой игре. Аркан тапки у него есть, при этом варды постоянные тоже есть. А в этой игре немножко отпадает Кант. Вот, он реально бомжует сейчас на этой карте. У Свена уже есть дагер, да. То есть неплохо, в принципе, влетать в драку. Как раз он не успевает догнать своих оппонентов. Тинкер. Скоро будет дагер тоже, да. Теперь уже будет тяжелее вот цеплять каждый раз Тинкера. Найтсталкер. Аганим. Сразу начинает делать аганим, да. То есть хочет он аганим. Вот дома у нас... Это у нас получается ШБ в будущем, да. ШБ намечается у дома. Амулет приносит. Так, немножко рисково стоит сейчас Найтсталкер. Если его найдут. Хотя нет, наоборот, они небольшой такой план капкан здесь строят. Докупает Яшу уже Фантом Лансер. Все сильнее и сильнее становится с каждым разом Фантом Лансер. И Би Севен лишний раз не стал рисковать. Понимает, что ульту прожал Найтсталкер. Надо отойти в другую сторону. Уходит наверх, где его тиммейты находятся рядом. Теа уже начинает набирать обороты. Мельнир уже у него появился. Тут находят его. Найтсталкер увидел носики. Сразу же накидывает на себя Мельнир. И Кант ставит очень агрессивный вард. Вард нападения. Да, хотят они видеть, что происходит здесь, именно на этом промежутке карты. Ребята прожимают смоки. Раз, два, три челика уже в смоках. Кроме Фантом Лансера. Они будут нападать на кого-то. Здесь стоят чужие варды. Главное здесь не спалиться. А команда противников находится на другой стороне карты. И будут байтить на тавр. Да. Арквардон, Фантом Лансер очень быстро сносят товара. При том, что у них свои-то товара до сих пор стоят. Тинкер улетает вниз. Ну, скорее всего, отдают просто без размена этот товар. Ребята прожимают смоки КВЗ и пытаются как-то контринициировать здесь. Но ничего не получается. Тим КЗ просто отходит на ноги назад. Но вот здесь спалили Арквардена. Арквардон все-таки спалился на этом варде. Его, скорее всего, здесь могут сейчас убить. Если чуть-чуть расторопнее не будет, он здесь. Так, видит здесь курьера. У Свена есть ГС. ГДС. И... Дальше что? Дальше что? Дальше просто отходим, ребята. ГДС активировали и просто улетают отсюда. Никого здесь не нашли. Побоялись подраться здесь, ребята. И просто ушли. I don't know who win. Так, и просто иллюзию с руки начинает грызть. Да, догрыз. 180 голды при этом заработал. И
Нашел ли он? Да, нашел. Обсерв понимает прекрасно, поняли ребята, что скорее всего их здесь видели. Дагер будет скоро у Арквардена. Буквально с секунды на секунду. Здесь в спине у нас ходит Кант. Он увидел здесь Джеки Росса. Ребята находятся в этой позиции. Ну, так. Арквардон здесь замечает Бэйна. Так, еще и просканировали местность. Они знают, что здесь находятся ребята из противоположной команды. Два спарка уже стоят. Им надо как-то драться. Позиционка ужасная сейчас у Team KZ. Находят здесь они все-таки. ГДС врубает Свен. Влетает в драку. Умник на это грызут. Хороший айспас. Guardians Angel. И просто нечем драться сейчас. Свену забирают здесь Бэйна. Бэйна убивают. Свена пинают вверх. Свена должны добрать. Свена добирают. Умирает здесь Фантом Лансер, к сожалению. Не попадает айспасом по Найтсталкеру. Зато видят здесь... Дума. Дума закрывают. Дум пытается уйти на телепорте. Не успевает. Purification от Omni Knight. И умирает здесь еще и Дум. Зацепились сейчас Тинкера. Тинкера проблемы. Закрывают шардами. Сноубол в него летит. Он далеко дальше не убежит. Байбекается он сам. Но дальше-то что? У вас минус сторонаской пахнет. Ну, откидывается ракетами. Нажимают они Purification. Ну, чуть дольше будет жить, конечно, в любом случае. Башня, но этого будет мало. И находят здесь Найтсталкера. Найтсталкер пытался немножко отвлечь внимание от Тавра. Падает здесь Тавр, падает здесь милишный барак. Нету ультов. Главное, вот то, что понимают сейчас ребята из Team KZ, что ультимативных способностей у врага нету. Нету ни ГДСа. Нету ульты Финсгрип у Бэйна, нету Дума. Соответственно, можно спокойно забирать. Даже самих героев нету. Спокойно забирают мидл. Хороший выпад. 14 тысяч голды впереди по... И по XP, да, вот здесь вот это была решающая драка, где Арквардон разрушает башню, видимо, вот вторая. И, соответственно, с этого момента они сделали прирост 5000 экспы тоже. Неплохо. Мадик, это я, Сникерс. Ха-ха. Прикольно. У Свена до сих пор нету БКБ. Вот что мешает сейчас реально вот в драке команде, самой команде ХФЗ, это то, что у Свена нету БКБ. То есть даже в БКБ, когда ты влетаешь, если не успели за эту драку выключить Omni Knight. Кстати, он купил себе? Да, Guardian Griffs теперь он купил. Это означает, что если его... В него, кроме Дума и Финсгриппа, если ничего не влетит Фиром, если его накрывает Найтсталкер за счет Guardians Graves, он снимает с себя Сайленс и нажимает ГА. И бесполезным, абсолютно бесполезным становится Свен в драке со своим ультиматом. Ужас. Да. Кто кого перепикал, да, в этой ситуации. Просто наличие одного Omni Knight лишает твоего кэрри возможности бить лица своим врагам. Но Тинкер, в принципе, неплохо накидывает. Но делает он линзу, очень поздняя линза. У него были проблемы в начале игры, в середине игры и в конце. Вот здесь еще перед Тавром подставился, заставили его байбекнуться. От его байбека просто не было толку. Ну, хотя, может быть, и был толк. Потеряли только один барак. И то какой? Милишный. Так. Игра продолжается. У Дума, кстати, до сих пор не появился ШБ. Ну, Тайгер бы смотрелся лучше на Думе, я думаю. Хакон, ну, не знаю. Ну, может, он просто хочет сжигать землю в инвизе. Ну, дойти до Omni Knight в ШБ, при том, что когда каждую драку перед собой ставят центри почти, что будут... Как только появится ШБ, в каждой драке будут центри.
Glimmer появился у Джеки Росса. Pipe, Guardians, Guardians Griffs. Очень такой плотный сейчас Omni-Knight. Здесь просто нету коров. Смотрите, суппорты грызут Рошана. Только вот появляется у нас кор и сразу же забирают Рошана. Аегис достанется ТАшке, да, он забирает Аегис. Постоянно бедного без Севена, без Аегиса составляют. Манта есть, выход в Тараску, пожалуйста. Еще более плотнее становится сейчас без Севена на 15 левеле, берет еще 250 к здоровью, ну вот и все. Не стал брать урон от копья. Просто здоровье. Плотность одевается. С Тараской как убивать Фантом Лансера? При том, что надо угадать, кто из них Фантом Лансер, чтобы сделать Дум повесить на него, да. При этом надо угадать. И во-вторых, после того, как у него появится Тараска, вообще, возможно ли убивать этого персонажа? И падает шайн, и уже потихоньку рабочий шайн, кстати, да. И Свен у нас внизу дофармил все-таки себе БКБ, но немножко без байбека пока сидит у нас. Нет, все-таки появился байбек после подобранной крипов. И ребята заходят по топу. Вот здесь Тимки и Зет. Он знает, что где-то рядом находится Тинкер, конечно, они все это понимают. И все равно заходят. Где же... Да, вот-вот-вот-вот-вот. Вот здесь у нас. И просто опять в Соленова залетает иллюзия. Свен активирует. Так, все-таки зацепили Omni-Knight. Omni-Knight грызут. Не смогли засейвить, ребята. Свен в БКБ очень силен. Да, шарды под себя, но этого мало. Хороший, конечно, макропира, но этого тоже мало. Умирает здесь еще и Таск. На развороте какой-то хороший сон и плюс финсгрип и заваливает здесь. Дума тоже завалили, завалили еще и Бейна на развороте. В принципе, ТА накидывает, сурки неплохо, Бисэйвен тоже напрягает очень больно. И должны как-то догонать, айспас хороший, здесь еще от молнии умирает у нас. Найтсталкер пытается телепортом уйти, Тинкер успел, байбек есть, но пишет ГГ, ребята, из команды ХФЗ, это 2-0. Для команды Team KZ они проходят финал. Финал, где будут ожидать своего оппонента пары Команчи СТФЕ. Я рад, лично я рад за ребят из команды Team KZ. За 27 минут, в принципе, справились неплохо. Отлично отыграл Арквардон, отлично отыграл здесь Мантис, просто шикарно отыграл. При том, что у него счет 2-1-8. 10-0. 10-0. Стата, в принципе, сама за себя говорит. 4 раза всего лишь умер. Вот максимум, кого могли убивать. Это Бисэйвена постоянно нападали на него. Вот саппорт. Просто саппорты очень мало умирали. В то время, когда вот 5... Каждый раз вот умер. Очень много умер Тинкер. Ничего не выфармил. 10 тысяч нетворса. 5 тысяч плюс саппортов почти больше, чем у мидера команды. Ну ладно, хорошо. Давайте, ребята, отойдем немножко на небольшую музыкальную паузу. Мы ждем финалистов второй пары. И Team KZ находятся уже в финале и ждут своих оппонентов. Скорее всего, готовятся. Желаем удачи, ребятам. И далеко не уходите, ребята. Финал будет, стрим тоже будет. Серия тоже, опять же, Best of 3.
Сериалы. Razzle Movies — это сотни сериалов на... I can't feel you anymore.
know I am falling. I keep falling further away. Don't wanna show it. Don't wanna show you how badly I am in need of you here. And you know I don't give a fuck what your friends think of all of my pitfalls. Yeah, I know I still drink too much. I found ways to run from our sunset love. So tell me how to make the sun rise. My heart still beats in your direction. Thinking about those days and nights. My heart still beats in your direction. Still, I hope that what we have is worth fighting. I know.
On and off, I'm having a hard time carrying on. Still tied to your habits, 'cause I'm still into you. Good night, kiss you, like turn into ice cold shoulders now. I love all your habits, they're my habits too. Remember nights when we were drinking, saying cheers to the stars. We're making out with the airplanes above. We hit our love like we're wrecking balls. And all our habits are leaving little scars. Too tight, gave no time.
Call me.
You're good for me. I think I'm good for you. So let's see.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Продолжается сегодняшняя серия Best of 3, финал между командами Team Kazakhstan и SFTE. Финал на закрытой квалификации Эпицентр XL, который пройдет, если не ошибаюсь, в Питере в этом году. В прошлом году они проходили в Москве, но сейчас в этом году Санкт-Петербург. Ну что, стадия бана уже началась. Первые баны от команды SFTE. Это Doom плюс Тени уходят в баны и обдумывают уже третий бан. Team Kazakhstan уже забанили Нагу, Тускара. И забанили, конечно же, Инчу. Не хотят играть против Инчи, скорее всего. И Клакверка убирают ребята из Team KZ. И первым пиком сейчас будут открываться команда SFTE Sports. Стокс, секундочку. Все подправили вроде бы. Стрим идет. Присоединяйтесь все. Зовите друзей на стрим, ребята. Делитесь ссылками со своими коллегами по работе. Или кто вообще увлекается этим киберспортом небольшой частью и болеет за казахстанскую дота-сцену, то делитесь ссылкой. Пусть болеет за Team Kazakhstan. Найтсталкер Омнинайт против Сын Кинга и Бэйна. Да, стандартный уже Сын Кинг Бэйн. Мы уже всегда этот пик видим очень часто. Омнинайт в прошлой игре вроде затащил большую часть игры. По как минимум половину работы сделал Омнинайт. Абсолютно бесполезным сделал Свена в прошлой игре. То есть, кто не смотрел, то в последней полуфинальной игре Team Kazakhstan одолели ХФЗ. Там Свен просто был бесполезным против Омнинайта, который нажимал своевременно Guardians Angel. Два игрока из CityLink. Ну, ребят, смотрите. Да, давайте пройдусь по составам. Кстати, SFTE Sports выиграли команчи, у которых такой составчик недавно, который собрался вместе со скрином. Но где скрин, там всегда что-то подобное происходит. Всегда что-то не то. Сам игрок, может, такой Спартак, бывший игрок Чу, SFT Ингвард, DM Ryu и 11 зон, MLG 11 зон. Состав команды Team Kazakhstan, Turbo, Godem, B7, TA2000 и Mantis. Довольно неплохой, сильный составчик. Видим в бане Арквардена. Все, ребята из команды SFTE Sports готовы к этому. И просто забанили Арквардена. Все. Не хотят играть против этого персонажа. Соответственно, в руках опытного игрока, как Т2000. Наиграл на этом героя уже много игр. И, соответственно, он просто прекрасно проявляет себя на этом персонаже. И бан уходит. Казахи забанили Тайтхантера, убирают до Драгонайта. Возможно, тоже готовы к ребятам из команды SFTE Sports. Минус Сон и последний бан этой стадии от команды SFTE Sports. Давайте просто SFT. eSports. Вот это все уже усложняет работу. SFT думают над третьим баном, кого же забанить. Они уже заметили, точнее, уже понимают, что мне Найт у нас будет в оффлейне отыгрывать. Найтсталкер. Соответственно, четверка. Думают над тем, кого забанить. Кого, скорее всего, осталось пикать ребятам из команды Казахстана. Это кэрри-герой, мидер и, соответственно, саппорт. Упирают Ликантропа. Да, понимают, что, возможно, Ликантроп вместе с Омнинайтом, на котором... Точнее, Ликантроп с Репеллом. Очень больно. И Фроуз. Все, сразу Фантом Лансер. Да, вот когда появляется Бэйн или точечный контроль от суппортов команды противников, появляется сразу Фантом Лансер. Все. Даже они не думают насчет этого и понимают, что выживаемость этого героя очень большая за счет Доппельгангера. И иллюзии. Их надо искать. Этого Фантом Лансера всегда надо искать среди всей этой толпы иллюзий. Все, стандартно. То есть уже отыгранная система для Team Kazakhstan. То есть, если все большинство команд стараются пикать своего кэрри-героя на последних стадиях, на последних двух пиках, то Team Kazakhstan особо не парится по поводу этому. И все. Салам, наука. Салам, пушка. Faceless Void. Да, этот герой довольно хорош. И Disruptor. Все, Disruptor законтрили. Disruptor есть. Enigma в пике команды
SFT Esports, ну, очень много массовых ультов у SFT. Тот же Цен Кинг с Эпицентром, Войд с Хроносферой, Энигма, Блэк Холл. Ну, очень круто, конечно, если все это комбинировать. То есть под куполом убить парочку героев, и под Блэк Холлом можно убить парочку героев. Но все это, конечно же, контролит Дизраптор, Найтсталкер. То есть они могут сбивать Энигме ульту, Войду нормально не дать в Хроносфере двигаться и так далее. Один ДМ, второй кто? Рю написано. Ну, не знаю, ребят. Нет, по-моему, это все игроки из России, Украины, что-то в этом роде, из команды SFT. Забанили Templar Assassin. Ну, не знаю. Может, надо было какого-нибудь... И убирают инвокера, да? А, пока они сами хотели забрать. Вот оно что, да. Убирают инвокера. Team Kazakhstan понимают, что там есть, видимо, сильный инвокер, потому что в ранних играх я не видел этот бан от команды Team Kazakhstan. Видимо, знают своих оппонентов хорошо. Пак в пике у команды SFT. Last пик команды Team KZ. 2 минуты, в принципе, есть у них подумать на это. Посмотрим на казахского инвокера. Нет инвокера, к сожалению, он в бане. Команчи только что проиграли SFT. Жалко было мидера Команчи Штормкэта. Он, кстати, через несколько дней в составе Team KZ будет против Na'Vi играть. Ну, очень интересно. Да, я не помню, да? На отборах, если не ошибаюсь, Дака, да? Дак, кажется. Последний пик. Минуты на раздумье. Нужен герой, который может немножко перевернуть начало игры в мидгейме, хорошо выступить, отстоять свой лайн шикарно. Но даже не знаю, заходит ли здесь Квапа, ее могут накрывать, Бэйн здесь есть Сан Ким, здесь есть Войд, но Квапа не очень сильно залетает сюда. Тинкера можно добрать, вот если его на то, чтобы на поимку Тинкера будут тратить очень много ресурсов, то этот герой может появиться. Да, Тинкер, скорее всего, и все. Тинкер для Т-2000, Турбо на Дизрапторе, Би-7 на Фантом Лансере, Найтсталкер у нас Годдэй, Мантис Омнинайт, Ингвард у нас на Санкинге, Чу играет на Бэйне, ДМ у нас на Фейслес Войде, МЛГ 11 Зоун, или, на, наверное, 11 Зоун, Энигма Рю у нас играет на Паке. Так, давайте посмотрим, что за лайнап. Энигма, наверное, скорее всего, в оффлейн пойдет, будет... Денает своих крипов, при этом подфармливать леса. Да, в принципе, за сторону Radiant очень удобно играть на Энигме в оффлейне. Плюс у нас будет пак в меди, фармящий Faceless Void, Бэйн в саппорте и роумящий Sun King. Желаем удачи коллективам. Первая игра финала открытых квалификаций на Эпицентр XL. Между командами SFT и Team Kazakhstan. Ну, игра очень долго стартуется, конечно. Давайте посмотрим. Теперь посмотрим на пик команды Team Kazakhstan. Omninight, конечно же, у нас, скорее всего, пойдет в оффлейн. Годдэм, соответственно, будет роумить по карте. Би-7 фармит. Турбо будет суппортить на максимуме. И главное здесь дать небольшой спейс. Вот большую часть спейса Тинкеру. В прошлой игре, когда Тинкера загнобили, игра была проиграна. А в этой игре, если дадут небольшой спейс Тинкеру, соответственно, на его поимку будут тратить очень много ресурсов. А это, как всегда, плачевно. Так, давайте посмотрим. Нету комментариев, нету никого. Свободная камера, поехали вот так. Ну чё, так, SFT начинают за рейдентов. Распределились очень быстро по карте. Нету таких слаженных действий сразу, как в прошлой игре.
на руне захватывать, там руну захватывать, устраивать там план капкану и так далее. Омни Найт с щилдом. Неплохо. В принципе, Тинкер будет забирать свою руну. Угу, завардили друг друга сразу же. Видят они вместе, что там стоит чужой вард. И есть вероятность вот этих пацанов выйти сюда. Кстати, у Энигмы-то сапог. Да, Энигмы сапог. Немножко ей запулили тангусиков. Ну, здесь будут, скорее всего, в любом случае Далонов изучать Энигма. У нас пак у нас будет в миди и забирает, соответственно, две руны. И Сэнки пошел сразу ступить. Ребята не стали. Вот. Ну, можно было сейчас Годдему тем же самым заняться. Может, он это и делает. Да, сразу идет, бежит в мидл. И так далее. Так. Кто с какого города уже, ребята, вы определились? Окей. Мантис стопит своих крипов довольно неплохо. В принципе, пропускает рейнджевого, но не успевает зацепить милишнего, к сожалению. Так, дабла на миди, соответственно, уже часто мы видим такой расклад. Годдем плюс Теа на миди. Добили своего крипа, это уже неплохое начало. Бейн, говорю, Энигма уже забирает двух крипов. Это уже намного меньше опыта достается сейчас Фантом Лансеру. Но почему же Энигма не сбрил рейнджевого крипа? Ведь за рейнджевого крипа она получит больше экспы. Может, не знал, может, мискликнул. Разное бывает. Или, видимо, старался заденаить первого крипа, который шел впереди, и, соответственно, и блочить им. Угу, стан прокачанный, здесь воид. Немножко обмениваются сейчас любезностями, ребята. Бейн уходит в леса. Скорее всего, будет он стараться здесь найти какой-нибудь вард, так как Мантис очень аккуратно держится на лайне. Не получилось немножко заденаить. И так, здесь, возможно, пахнет первой кровью. Да, вот нападение на Тинкера сразу же на развороте кидают. Воет, и что? Заставили все-таки изучить ракеты Тинкеру. Обычно у нас Теа сразу же апает машины, марши. Нападение на Энигму, но у нее есть сапог, она очень быстро отходит в сторону. Так, выдвигается на руну у нас Бэйн. Бэйн, кстати, прокачал Инфибл. Он второго левела. Скорее всего, у него что-то появится. Либо Найтмэр, либо Брейнсап. Но зачастую это будет Брейнсап. И Курьера пытается сейчас на хостах убить. И получается. Курьера сбрили. Голдишки достаются команде с ФТ. Так. Переагривает сейчас на себя внимание Годдем. Особо не боится Рю у нас. И Годдем тоже самое. Ну, уже более свободнее сейчас чувствует себя Омни Найт на линии. Так как нету натиска со стороны Бэйна. Бэйн отходит в леса, отводит крипчиков. Да, немножко запушились в сторону Омни Найта. Сейчас крипы, соответственно, надо пропулить. Кстати, как дела у Фантом Лансера? У Фантом Лансера 13 крипов. Это неплохо против Энигмы, у которой все время спамит эталонами своих крипов, денает их. А вот здесь проблемы могут быть сейчас у Найва. Но у него есть, работает на нем сейчас косик в финале, но этого мало, чтобы убить Тинкера. За излишнюю грубость или, так скажем, агрессию наказали Сэн Кинга. И First Blood уходит в копилку команды Team Казахстан. И делает его, конечно же, Тинкер. Он апает третий левел, лазер второго. И делает быстрый трава. То есть, вот так. Быстрый травела хочет сделать. Не
не дают нормально. Здесь Мантису пофармит, то бишь чужих крипов. И неплохо, в принципе, Purification работает. Женфибл столько урона не вносит. Точнее, не срезает много урона, что этого хватает. А здесь должны убивать Энигму. Энигма умирает на фонтане. Хватило все-таки дотыкать урона по Энигме. Энигму убили, это очень хорошо. А вот здесь что у нас творится? Не дают Годдему забрать руну Инвиза, если не ошибаюсь, да? Нет, это был Рейген. Даже так. Прожимает свои скиллы, чтобы не сбивался Рейген. Да. Два нулика уже у Пака, но без хилки сейчас он находится. Реген как раз был нужный момент. Курьер, кстати, возродился у команды Team Kazakhstan. Находим друг друга сейчас саппорты. Да, вот немножко очень много хп сбривает, но урона минус 30. Не хватает с руки. Немножко побить. Санкинг выдвинулся в сторону Найтсталкера. Это все контролит Найтсталкера. Уходит в другую сторону. Мантис. Мантису все отлично. По крипам 18 крипов. У Вайда, конечно, чуть побольше. Почти в два раза. B7, главное, не отстает здесь очень сильно. У него уже Power Threads появился. Это хорошо. У Санкинга есть транквилы. У мидера команды SFTI поста нашелся. Принес себе Infuse Rain Drops, Magic Wand. Тинки принес себе сапожки. Да, почему бы и нет? Сапоги не помешают лишний раз. От лазера тяжело увернуться. Прямой сразу попаданием попадает. От ракет, конечно же, можно в любом случае увернуться. Здесь что у нас у Faces Wide? То же самое мы видели у Phantom Lancer. Это есть на руках. Мантис 5 левела. Это много сейчас для тройки, в принципе, команды Team KZ. Вот Enigma немножко проседает, хотя есть аркантапки, поставили себе варды на... Видит мув, весь мув сейчас. Так, пытались немножко похарасить Мантиса. Мантис зато забрал свою руну. Да, свою руну, чужому не отдал. Просел немножко у нас здесь Пак. Напали на него вместе с Найтсталкером Тинкером и немножко похарасили. Отпивается он фласочкой, сразу восстанавливает все потерянные единицы здоровья. Хроносфера у Вайда появилась, у него есть телепорт. Это есть прекрасная возможность. В принципе, куда-то, если драка начнется, залететь, поставить хроносферу. А что тут творится за Тавром? За Тавром пытались найти Энигму. Энигма затарилась в малых лесах. И все, в принципе, на этом закончился. На этом закончилась вылазка Дизраптора. За спину, тут за спину заходят два ребята из команды СФТ. Сенкинг и Бэйн пытаются сейчас цеплять Энигму. Энигму, скорее всего, закроет Фантом Лансер, но при этом разменяет на Дизраптор. Фантом Лансер уходит в другую сторону. И взрывается у нас Дизраптор от Сенкинга. Ну, неравноценный обмен для команды SFT, конечно же. В любом случае, вы потеряли своего оффлейнера вместо саппорта пятой позиции. Ну да, по голдишке то же самое. Мы видим, тут проблемы небольшие у мидера команды SFT. Немножко просел по ХП. Немножко не успевает у нас здесь турбо. Возможно, если бы чуть раньше пришел бы. Хотя нет, Глимс-то в кулдауне. Скорее всего, ничего не получилось бы толком сделать. И с руки очень больно наваливает. Сейчас по Мантису Войд. Находят здесь еще раз. Находят у нас здесь Энигму. И ей нечем помочь. Нет, хотя приходит Сэн Кинг. И очень больно Эдолон бьет по турбе. И, соответственно, он уходит. Тяжко. Уже принес себе стики. 13 зарядов стики. Да вы посмотрите. Он скоро уже сделает себе сапоги телепортации. Он решил такого более агрессивного. Нет, он все-таки прокачал марши в 2. Это означает, что он будет фармить себе немножко вначально. Реарм сразу же изучает. Понимает, что скоро появятся травела и, соответственно, нужен. В инвизе-то Умни Найт ходит. Его здесь чекают. Да, сразу заметил то, что вард ломают. Но, по-моему, он немножко задел вот эту линию в центре варда.
Night Stalker делает стаки, да. И Turbo то же самое будет делать сейчас стаки. Нужны стаки сейчас именно Тинкеру, чтобы сделать фаст айтемы, наверное. Да-да-да, очень быстро. Большой стак героев. Большой стак нейтральных крипов. Сделал и себе, и сделали ему здесь 1-2 стака. Все попадают под анимарши. Тем временем забирают Мантиса. Да, вдвоем загасили. Все-таки поставили хроносферу, накрыли станом и не дали ничего сделать толком сейчас Умнинайту. Хотя Умнинайт успел немножко прожать. Два раза аж успел прожать перификейшн, но этого было мало. Урона с руки хватило. Так, здесь выход на Тинкера. Тинкер нападает. Ну, все. На этом закончилась вылазка. И Тинкер улетает на базу. У него есть сапоги телепортации. 10-я минута игры. Есть стики крейженные. Есть нулик один. И прилетает он вниз. Тут нападение на Энигму. Энигму должны забирать. Энигму забирает у нас Тинкер. Здесь проблемы сейчас у Бэйна. Бэйна тоже будут завалят. Да, Бэйна тоже завалят. Бэйн и Энигма уходят в таверну, разменяв себя на одного дизраптора. И Умнинайт сразу же у нас пользуется случаем, сразу же фармит свой нижний лайн. Тинкер. Тинкер уже 7-го левела. В 3 прокачанные марши. Сейчас очень быстро он будет фармить. Сейчас еще отойдет в леса, подфармит свои стаки. Так, Мантису лучше здесь... Нет, здесь его тиммейты, и, соответственно, из-за этого он и не уходит. Но Турбо должен его просветить, ребята должны его просветить. Вот есть, да, все-таки Тандер. И возвращают еще и Глимсом обратно, накрывают Фиром, должны добить, добивают. Хороший фраг. Отличный даже фраг, я скажу вам. Вовремя убили Вайда, потому что у него скоро появился бы уже Battle Fury. Рисовывается у него Battle Fury. И 4-го левела все. Марши. Это означает, что очень сильно сейчас будет назить Тинкер по всем линиям. И сразу же вот марши в миде. Ничего не боится. Сейчас аккуратно улетит. 9-го левела он. Так. Пытался закрыться пак. Испугался немножко присутствия Годдема рядом. Наверху что? У нас немножко сейвово стоит. И что? Падает-то тавр. Падает тавр внизу. Оффлейнер ломает вам тавр. Загуляли немножко сейчас Бэйн плюс Сен Кинг. Не могут никак нормально цепануть Фантом Лансера. Фантом Лансер просто прекрасно читает эту ситуацию. Сразу же скрывается в лесах. Руну еще и не отдают сейчас паку. Да, пак не сможет забрать. Вот он. Вот эта встреча. У пака больше нету арба. Не успеет здесь Годдем. Да, Годдем не успевает. Мовспида чуть-чуть не хватает ему добежать до пака и сбить ему ТП. Угу. У Тинкера уже есть Soul Ring. Агрит на себя крипчиков. Очень быстро сейчас будет фармить маршами. Марши задевают большой кэмп крипов, средний кэмп крипов. И это дополнительное золото для Тинкера, который хочет сделать себе блинк дагер. Так, Годдем тут гуляет в спине. Его тут видели. Он спалился тут на варде. Знает, что вот здесь в лесах затарился. Энигма. Энигма, кстати, 7-го левела. Есть Black Hole. У Сен Кинга, к сожалению, нету эпицентра. Не стал еще прокачивать, изучать эту способность. Годдем понимает всю вот эту ситуацию, и надо ему куда-то валить. Так, Тинкер сюда прилетает, надо взлететь, и тогда он сможет заметить здесь Энигму. Энигму тут замечают, должны сейчас еще и накрыть. Тут драка на два фронта, Энигму здесь забирают. Здесь еще могут спануть дальше Пака здесь цепляет. Пак уходит фейшифт и стоит в куполе. Хорошая хроносфера по трем героям. Тинкер здесь. Хороший еще ГА от Мантиса. Возвращают сейчас Вайда обратно. Вайда должны убивать. Финсгрип от
Бэйна в Найтсталкере, забирают сейчас здесь и Пака, плюс еще и Вайда забрали, разобрались еще и с Бэйном, могут пойти дальше за Синкингом. Ну, у Синкинга есть подкоп, но Глимс возвращает его обратно и задоджил станом. Чувак задоджил станом, по таймингу сделал стан в сторону и не вернулся на Глимсе. Неплохо. 4 в 0 разменялись. Забрали 3 коров одного саппорта. Без размена. В свою пользу. 10-3. 5000 на Творса. Это просто шикарно. Плюс у Тинкера скоро появится... О, Тинкеру надо валить. Его сейчас поймают. Оп. Заслипали. Ну, больше все. Если Сент Кинг даст стан, все, больше нечем ему сбивать ТП. А тут опять на Пака вылазка. Накрыли его фиром. Должны его сейчас забирать. Ставится хорошая орб от... Дримкоил, точнее, от Пака. Прыгает за Найтсталкером. У нас Войд и Блэкхол в одного у Мюнайта. Ну, почему бы и нет? За 15 минут первый Блэкхол. Лучше, чем ничего. Хоть фраг принес. Но разменяли двух героев. Здесь больше, конечно, в минус немножко сыграли ребята из Team KZ. На этом заработали 1000 голды. Сейчас СТФТ, СФТ и 1600 опыта. Это больше. В 3-4 раза больше, чем заработала сейчас команда Team KZ. Тинкер уже фармил. Он 12 левела. И сейчас остановить Тинкера по мне очень тяжело будет. Ну, надо как-то его останавливать команде СФТ. Ну как? Ну как остановить Тинкера, который каждую, не знаю, пятую секунду находится в двух разных частях карты постоянно. Но в миде какая-то западня строится. Здесь есть эпицентр, здесь есть блинкдаггер у Сенкинга. Мантиса сейчас могут быть проблемы. Есть дискорд сейчас у Пака, да. Пак все-таки собрал вейл. Бисевен уже с диффузами. Приходит в мидл, да. Ему надоело стоять там и хочет подраться. Видимо, 13 левела он. Что-то летит у него в курьере. Сейчас посмотрим, что Яша летит для него. У Дизраптора пока только стики и смоки. Смоки прожимают они в троих и будут где-то кого-то сейчас цеплять. Скорее всего, да, будут цеплять саппортов, которые... Нет, нашли здесь, знаете кого? Нашли здесь... Вайда. Так. И что, что? Дальше нет. Да, и Сенкинг сейчас будет врываться с ультимейта. Пытается с ТП улететь Войд. Войд не успевает улететь. Ворвался прямо в статик шторм у нас Сенкинг. И не смог нормально даже стан дать. Соответственно, он просто влетел на свою смерть. И отправляется за это в таверну. Ребята понимают. Войд в таверне. Его нету 40 секунд. Сенкинг через 20 секунд появится, но нету, к сожалению. Приложение на ПК лагать меньше. Сложные рофлы. У меня одного звука отстает. Ну, ребята, давайте тогда я очень быстро стрим перезапущу, пока стоит пауза в игре. Стил. Все, я перезапустил стрим, ребята. Ну, не знаю, сами смотрите. Возможно, может, проблемы с интернетом у вас какие-то творятся. Так, пытались здесь как-то цепануть Энигму. Энигма улетела на базу. Не получилось дальше цепануть. У Маршами уже спамит. Есть дагер на руках, 13 левел. И 1500 голды сейчас у Тинкера на 17 минуте. 8400 нетворса, 9000. Вот Бэйна просто здесь поймали. В миде сильная драка происходит. Здесь завалили еще Пака. Пак просто не выживает после одного фира. Пак просто не выживает этот фир. И вот что делать. У тебя сейчас будет падать Т2 в миде. У тебя есть Сенкинг, у которого нету эпицентра. У тебя есть Энигма, у которого нету Блэкхола. После 15 минуты до сих пор, по-моему, он не откатился нормально. На сколько там кулдаун? 200 секунд кулдауна. 3 минуты и 20 секунд кулдауна на первом левеле. Ужас. И прокачивает дополнительную скорость передвижения для себя, так талант. И вот, пожалуйста.
И вернулись. Сын Кинга накрывают Kinetic Field Sense, что Static Storm. Все, пожалуйста, минус. Вот. Вот здесь вот саппорт. Кулдаун 0.3, который намного полезнее, чем Black Hole. С кулдауном 80 секунд на первом левеле. На 90 секунд на первом левеле. Сейчас здесь могут еще и глимсануть. Да, глимсанули сейчас еще и Энигму. И Энигма есть Black Hole, но не сможет она ничего сделать, так как накрывает сразу же Фиром, и все. И фраг достается сейчас еще и Тинкеру. Да. Тинкер с линзой. Остановите этого парня, или вы проиграете игру. Все, сплитят сразу же две стороны. Саппорты команды SFT плюс мидер уже находятся внизу, и нечем дефать топ-лейн. У вас падает топ, и вам надо еще дефать низ. Очень тяжело, при том, что вы отстаете на 20-й минуте. 10 тысяч преимущества по экспириенсу, тоже 10 тысяч. Это очень много. При том, что сейчас уже у Фантом Лансера появится Манта Стайл. И у него 1500 хп, и за Black Hole, хроносферу, надо его как-то убивать. Войд собрал себе Battle Fury, но сможет ли он просто вносить очень много дэмэджа? Мув, атак спид очень малый у него, ну, не знаю. Пытается, конечно, он сделать манту, улучшить свой атак спид. Чекают, сканируют силы света, что у Рошана напали, возможно, на Рошане, думают. Так, здесь строят небольшие козни ребята из команды SFT. Могут сейчас поймать Годема. Годема юзают Финс Грип. И с руки будут сейчас наваливать. Да, Годем немножко подставился. Ну, ТАшка, ТАшка, ТАшка. Аккуратнее надо быть здесь. В спину тоже влетел. Дал лазер ракету. И сразу же уходят в леса фармить здесь к вампиризму. 10% к вампиризму изучает на 15 левеле. В качестве таланта. Так. Но все равно у Турбо небольшие проблемы. Да, не должны они сейчас его здесь отпускать. Накрывает Static Storm, Kinetic Field. Это еще один фраг на Энигме. Энигму здесь заберут. Энигма здесь падает. Прилетает сюда пак в телепорте. Накроет ли он его Дримкойлом? Нет! Дримкойлом еще и промахивается. Просто улетает Дизраптор на базу. Ошибка в игре мидера команды SFT. Нервничает, возможно, нервничает мидер. Рю, возможно, нервничает, да. Потому что надо было начинать с Дримкойла сбивать телепорт. Но этого не получилось. Тинкер делает Гуинзу, то есть Хекс он уже готовит. Скоро будет у него Хекс, это плохо. Это означает, что ты прыгает Тинкер за спину, накидывает Хекс на того же, не знаю, Энигму, пока у нее БКБ нету. Здесь поймали Вайда, на воде висит Фир. Зафир, они успеют ли его забрать? И хорошая хроносфера, в принципе, ставится, и Дизраптора, скорее всего, здесь не отпустят. Но у Дизраптора-то есть Глиммер, не успел на себя повесить Глиммер. Угу, вдвоем пытается сейчас забрать... И прожимает Шрайн. Тинкера здесь внизу еще и забирают. Прилетел сюда еще и Сын Кинг. Омник Найт подставляется. Вешает на себя сразу же репел. И уходит в сторону. Зато забрали на развороте Вайда. Пришел сюда как раз таки у нас Фантом Лансер. Дерутся ребята. Ой-ой, разорвали Дрим Койл. Проблемы сейчас у Фантом Лансера. Перификейшн на него. И пытаются сейчас ману сожгут. Не успеет, да, не, все-таки хватает маны на орб. И улетает отсюда у нас пак. В этой драке, к сожалению, умер Тинкер. Тинкер 0 импакта внес в этой драке. И просто пролетел, умер. Возможно, Black Hole? Нет, Black Hole даже не было. Ничего не было прокастовано. Видимо, с эпицентра Сан Кинг залетел, встретил Тинкера, да. И Финс Грип. Нет, Финс Грип тоже есть. Соответственно, Сын Кинг соло, наверное, убил. Или есть единственный вариант, это пак вместе с паком напали. Угу.
пытались немного сейчас разрядить обстановку. Team KZ нападает потихоньку на Вайда. У Вайда больше нету прыжка, но здесь появляется на горизонте у нас Бэйн и просто разменивает себя на Вайда. Да, то есть он дает возможность, чтобы убили его в тот момент, когда будет убивать Бэйна. Да. И выход на Рошана. Есть Манта, есть Диффуза. Скорее всего, да. Рошан здесь упадет. Довольно быстро падает. Уже 2000 единиц. Здоровья нету у Рошана. Будут ли ребята из команды SFT выходить на Рошана? Есть. Все. Сейчас готово все у команды SFT. Если они все это прекрасно реализуют, это означает, что победа будет... Не победа, а точнее, битву могут выиграть сейчас ребята из команды SFT. Но не читают они эту ситуацию, не знают, что они могут быть на Рошане, так как пак находится в другой части карты. Возможно, если бы был бы пак, который прочекает именно на Рошанчика, то, возможно, они бы знали. Были все герои рядом, были все там ультимативные способности всех героев команды SFT, все есть. Ворваться в Рошана можно было. Поймали здесь Мантиса, у Мантиса проблемы, его, скорее всего, здесь не отпустят. Сын Кинг подкопал. Нет, еще и хроносферу не пожалели здесь, да, не стали, чтобы он прожимал Purification, еще и репел на себя. Соответственно, Мантис, возможно, и выжил бы в этой ситуации. Но просто не дали. Ничего сделать просто не дали. Потратили хроносферу. Зато нету финсгриппа. И не будет еще 70 секунд. Надо как-то... 19-го левела, кстати, Фантом Лансер. А какого Войд? Войд тоже почти 19-го. Энигмы 15-й левел. Есть блокинг бар. Вот что-что. Теперь Энигму тяжело будет остановить Black Hole и даже накрывать тем же Static Storm. Дизраптору срочно нужно варить огни. Так, на вардах сейчас палит Сен Кинга. Сен Кинга здесь видят. Будет ли он его возвращать? Нет, пока не рискует. Контрподжим какой-то, да. И, ну, SFT примерно понимают, где гуляет, где тусит команда Team KZ, и сразу же отправляются вверх ломать первую вышку для себя. Кстати, внешних вышек уже не осталось у команды SFT. Им придется реально после того, как сломают эту вышку, возвращаться. Телепорты, конечно, у всех есть. Да, телепорты у всех есть уже. Так, надо здесь. Пак врывается, уходит обратно на свой орб. У Энигмы есть даггер, у Энигмы пока нету даггера, соответственно, врываться она не сможет. Ну, здесь наглеет, просто наглеет сейчас Фантом Лансер в соло, убивает Бэйна и даже может сейчас положить таким образом. Нет, не стал. Ну, иллюзию очень сильно бьют. Пока Фантом Лансер развлекает там команду SFT, тут упало уже пол Д3 Тавера. Марши работают, в смоках сейчас находится SFT, наглым образом сейчас действует у нас Фантом Лансер. Ничего не боится, потому что у него на руках Тарас, команда Стайл, Аегис. Чего же этому парню бояться? Он просто танчит лицом. Купол ставит Void, накрывает двух героев, накрывает он Энигма, ставит хороший. Кстати, Black Hole, Blacking Barry, накрывают здесь еще и Финн с гриппом. Сейчас Омни Найта забрали, Сын Кинг минусанулся, Бэйна тоже сразу же разобрали. Здесь Энигма умирает. Вайда возвращает Глимсом. Скорее всего, он здесь не уйдет. На нем стоит Хекс и, пожалуйста, минус Войд. Нету хроносферы, нету ничего. Нету даже Сын Кинга, который мог бы прокастовать Эпицентр. И вы будете смотреть просто с таверны, как падают ваши бараки, ваша сторона. Пак абсолютно ничего не сможет сделать, кроме того, как спамить своим первым скиллом. Да. И Фантом Лансер, который просто ничего не боится. Он пережил Black Hole, он пережил хроносферу. При этом у него 3200 единиц здоровья. И наглую лезет просто на Бэйна. Бэйн для него просто супер подарок. И ракеты долетят, конечно. И под фонтаном уже наглеет и грызут иллюзии. Даже фонтан не получается убить. ГГ пишет команда SFT. Отлично сыграли Team KZ, просто захватили инициативу на первых порах и не отпускали все это время.
пик команды SFT, конечно, отличный, но, ребята, Void мешает в любом случае Enigma нормальный Black Hole дать. Ну хорошо, 1-0, Team KZ. Далеко не уходите, ребята. Так, я пока перезапущу стрим, возможно, лагает, да, звук отстает. Хорошо, я перезапущу стрим, вы далеко, ребята, не уходите. Скоро будет вторая игра между этими командами за выход в закрытой квалификации. Далеко не уходим. Я перезапускаю стрим, все.